Майкл, добро пожаловать на Bitcoin Stand-up подкаст. Счастлив быть здесь. Спасибо, что позвал. Тоже рад тебя видеть. Всегда приятно поболтать с тобой, тем более, что в этот раз случай немного особый. Ты только что завершил свой первый биткоин цикл, 4 года в биткоине. Это значит, ты прошел полный цикл халвинга, 210 тысяч блоков, что-то вроде обряда инициации биткоинера. Ты не продавал и ты не слил все на эмоции, что само по себе уже большое достижение. Большинство людей не способно продержаться так долго. Так что поздравляю. Да, я чувствую, что я закончил университет биткоина. Начал 10 августа 2020, закончил свой четвертый курс. Я только не уверен, это мой первый год в качестве рабочей силы или мой первый год бакалавриата. Ну, я думаю, это зависит от того, каким ты видишь свой следующий шаг. Работаю над степенью бакалавра, может быть. Не, я думаю, что ты вполне готов к взрослой жизни. Ну что, жалеешь о чем-нибудь? По-моему, все отлично получилось. Нет, было весело. Я тут посмотрел перед эфиром э, на цифры и глянул на рыночную капитализацию MicroStrategy Так вот, сегодня она составляет около 25 миллиардов долларов. 10 августа, до того, как ты зашел в биткоин, она составляла 1-2 миллиарда долларов, так что ты сделал немного немало ни мало 20 иксов на увеличение стоимости своей компании за 4 года, и вы поднялись выше всех в S&P 500, если я ничего не путаю. Ну, может, NVIDIA вас обгонит на дистанции в 4 года, они, в принципе, это могут, но вы уже в этой категории, верно? Да, у меня на самом деле тут есть график. Отлично, покажешь нам? Нет, я просто тебе расскажу. Хорошо. Он передо мной. MicroStrategy выросла на 964% с 10 августа 2020. Nvidia выросла на 934%. Так что мы все еще обгоняем всех в S&P 500. Nvidia номер один в S&P. Биткоин вырос на 387%. Microsoft, Tesla, Google, они все выросли на 100% примерно. И я слежу за всеми различными классами активов с тех пор, как мы в это влезли. И это тоже очень интересно. SP вырос на 66%, так что биткоин в 6 раз примерно лучше. 388 против 66 и золото выросло на 25%. Серебро выросло на 3%, и облигации упали на 16%. Так что, интересная вещь, конечно же, это никто не мог подумать, Никто не мог подумать, что MicroStrategy обгонит все 500 компаний из S&P. Я даже об этом не думал. Мы даже не понимали этого. Это подкрылось незаметно. Нашим образцом было не это. Нашим образцом был биткоин. Мы пытались просто угоняться за биткоином. Так что можно было догадаться, что биткоин обгонит S&P. И нашей целью было добраться до точки, где маркеткэп нашей компании следует за маркеткэпом биткоина. Но по пути мы применили рычаг к нашей компании. И, ну знаешь, единственный способ победить биткоин – это больше биткоина. Так что вот почему, когда люди, каждый раз, когда люди Предлагают вам эти бизнес-идеи. Хотите ли вы инвестировать в этот бизнес или в другой, или в эту недвижимость? Я говорю, биткоин рос на 46% в плане годового регулярного дохода каждый год последние 4 года. И это меняется, скажем, от 45 до 55. Я думаю, окей, 50% это мой безрисковый возврат. Вы мне дадите предложение в котором у меня будет больше, чем 50% без риска. И, конечно же, ни у кого нет такого предложения. Так что вопрос «А как же вы будете лучше, чем биткоины?» и Ответ и «Единственная хорошая идея – это занять денег под 5% и купить биткоин». Если вы можете занять деньги под 0%, или 1%, или 5%, или 10% и купить биткоин, и он возвращает 40 или 50 процентов, то это хорошая идея. Так что я думаю, биткоин это хорошая идея. Я думаю, что различные способы применить плечо это хорошие, некоторые плохие. Например, торговать 20x на Binance в субботу вечером это не хорошая идея. Торговать на FTX и на других биржах с огромным плечом это не хорошая идея. Но если вы можете взять залог на 30 лет под 3% и купить биткоин, это хорошая идея. И может быть... Ну ты помнишь, ты пережил много циклов. Прошлый был 45-50 годового регулярного дохода. Предыдущие были выше. И я думаю, что закон больших цифр говорит, что по мере приближения к маркеткэпу S&P или маркеткэпу всего имущества, годовой регулярный доход и волатильность будут снижаться. Я не думаю, что он доберется до производительности S&P. Мне кажется, он всегда будет лучше, чем S&P. И я думаю... Ну, то есть сейчас отношение 46% для биткоина против 12 или 13 для S&P. Это 3,5 x И примерно 2,5 ко всему. Так что коэффициент шарпа выше выше, чем у S&P. Производительность гораздо выше. И я просто верю, что со временем биткоин перейдет в сторону S&P умножить на 2. На 50% больше волатильности, чем у S&P, и в два раза больше производительности. Или S&P даст вам 12% в год, а биткоин будет 20% в год. И учитывая это, мы сделали модель биткоин 24. И модель 24 это модель на 21 год. И мой базовый расклад это 29% годового регулярного дохода на следующие 21 год. И с таким годовым доходом у вас будет биткоин по 13 миллионов долларов через 21 год. Итак, держа это в голове. Я возвращаюсь к каждому предложению, которое я получаю. Окей, у вас есть предложение. Можете гарантировать мне 29% без риска или это проценты без риска. А можете дать мне 39 процентов без дополнительного вливания на следующий 21 год. И если так, это все еще не хорошая идея, потому что это отвлечение, верно? Это все еще отвлечение. Я беру на себя риск, но это может быть интересная идея. Но, конечно же как только вы устанавливаете это как стоимость капитала, 29% без риска. Ну, то есть безрисковая ставка на Фиат это 5%. Ну, или на самом деле после налогов. На самом деле без рисков должно быть после налогов, то есть доход от облигаций то есть 3%. 3% если вы будете думать в плане Фиата. Но если вы думаете в плане биткоина, это 29%. Для меня у вас может быть другое предсказание. Но это очень разъяснительно, потому что как только вы это устанавливаете, вы думаете, нету ничего, что интересно для меня, помимо, что интересно, это компании, способные собрать капитал для покупки биткоина и с умом применить плечо. Например, собрать миллиард долларов под 0% и купить биткоин на 7 лет. Эти идеи, они интересны. Но они должны быть с биткоином на одной стороне идеи, и на другой стороне, должен быть арбитраж невероятно дешевых, фиатных, процентных ставок. Да, мне кажется, именно эту презентацию я и видел. Она интересна, я хотел обсудить ее как раз с тобой, поэтому я загрузил несколько слайдов сюда. А, вот они. Это из Нэшвилля. Да. Это с конференции Bitcoin Nashville. Это прогноз, который ты там представил, да? Да. Ну, ты тут говоришь, что медвежий прогноз, годовая доходность биткоина – это около 21%, базовый прогноз – 29%, а семь 37%. Но тут надо помнить контекст. Я думаю, стоит упомянуть, что все это в мире, в котором… Да, но другие активы тоже остаются доходными. Мы видим биткоин на 29%, золото – 5%, искусство – 9%, акции – 10%, а недвижимость – 7%. Бонды 5, деньги 7. Мне казалось это интересным. Я посидел, посравнивал цифры и хорошо так задумался об этом. И мне кажется, это очень интересный взгляд на биткоин, потому что ты прогнозируешь разные темпы роста, где биткоин у тебя продолжит расти. И это дает тебе представление о том, каким будут тренды, в зависимости от того, что произойдет с ценой биткоина и всеми остальными позициями. Я правда думал, что было бы полезнее сравнивать биткоин только с бондами. И деньгами а с другими не сравнивать, потому что все это про долгосрочную перспективу. И, как ты говоришь, по мере того, как биткоин будет становиться все более удобным платежным средством и средством хранения сбережений, люди начнут избавляться от золота, искусства, акций, недвижимости, которые они хранят в качестве средств накопления сбережений. В первую очередь, это модель Bitcoin 24. Мы ее выложили в открытый доступ. Она в публичном домене. Если вы просто загуглите Bitcoin 24, вы найдете ссылку на GitHub. Когда вы туда зайдете, вы можете загрузить эту таблицу. Там есть макромодель для биткоина и несколько микромоделей для корпораций и отдельных личностей и институционалов. В модели все подписано, все предположения там, и вы можете менять предположения. И в этом случае есть предположение об уровне инфляции за 21 год, есть предположение об инновации, и есть предположение о монетизации или демонетизации определенных классов активов. И если вы посмотрите на этот слайд, вы увидите, что мы предполагаем прогрессивную демонетизацию золота и демонетизацию облигаций и до определенной степени денег и мы предполагаем, что будет инновация, и капитал получит выгоду от технологий и искусственного интеллекта. Например, если все машины в мире будут сами себя водить, или вы можете производить гуманоидных роботов, то, может быть, вы увидите компании, у которых нету сотрудников, но они продают миллионы гуманоидных роботов, которые сделаны роботами. Так что капитал будет ценным. Так что есть классы активов, которые, как мы думаем, будут расти быстрее, чем другие. И искусство... Вы можете посмотреть на это различными способами. Может вы думаете, что искусство будет быстрее демонетизировано. И в таком случае вы это настроите таким образом. Но в этом случае это показывает, что оно около 9%. Но вы можете видеть искусство как золото, и у него будет всего 5%. Мы просто подумали, что искусство будет лучше раскручено. Оно более красивое, чем золото. Мы так думаем, но... Любой может настроить эти вещи и сделать свои предположения на тему того, что будет. И у вас будет свой собственный макро-взгляд мира. Ну вот что круто об этой модели. И я бы посоветовал тебе взять эту модель, посмотреть на предположения, настроить их и получить свой собственный взгляд на биткоин. Потому что я думаю, когда ты начинаешь задавать вопрос, как Капитал относится к недвижимости, к облигациям, к валютам и к искусству и золоту в качестве средства сбережения. Это очень интересно. Я думаю, что стоит всем так думать. Я просто вижу мир. В нем есть активы, у которых есть утилитарная ценность, и есть активы, которые в основном являются средством сбережения. И если ты думаешь. А, долгосрочном капитале о средства сбережения определенно это должно двигаться в сторону биткоина гораздо быстрее и все захотят иметь место для жилья и вещи которые им нравятся которыми они могут хвастаться моя картинка о себе это я владею футбольной командой некоторые люди заплатят много денег потому что идея того чтобы быть владельцем патриотов Стоит миллиарды долларов для них, если они граждане Бостона или что-то такое. Будут такие вещи. Но в итоге биткоин, очевидно, глобальный капитал. Это лучший актив. Так что он будет расти быстрее всего. эта модель мой базовый расклад это 0,1% всего благосостояния в мире, который вырастет до 7%. Но не надо стесняться. С тонкостью о том, что ты работаешь с моим базовым случаем, а у тебя может быть свой, могут быть свои предположения, какие у тебя мысли? Да, на самом деле я так и сделал, как ты сказал, взял эти цифры, посмотрел на них и попробовал сам их проанализировать. И я думаю, что самое сложное в анализе этих цифр это понять, как изменение стоимости денежной массы отражается на изменении темпов роста для денег. У тебя годовая доходность денег это 7%. Это подразумевает, что стоимость денег увеличится на 7%, но в реальности... Ну, ценность ⁇ это смешное слово. Точно. В этом вся сложность. Мы просто включаем денежную инфляцию за последние сто лет. Это твое число, верно? Да. Но... В плане долларов. И среднее увеличение денежного предложения в США. На 7% это базовый случай. Да. Но ценность денег никуда не идет. Ценность неизменна. Мы уже это установили. Да, но в этом-то и суть. Она не обязательно останется неизменной. Она может вырасти или упасть. Так что в каком-то смысле это как сравнивать яблоки и апельсины. Когда вы видите, что биткоин вырос на 29%, это означает рост на 29% в долларах хорошо, но. Это правда. Тогда каков рост доллара на пересчете. Так, так вот, я бы сформулировал это как. Э, о, да, кстати, ты можешь рассчитывать реальную вместо номинальной ценности. И проблема с реальной в том, что цена всех вещей в экономике меняется со своей скоростью. Да. Но. Да, это очевидно, просто номинальное число мы просто включаем 7% увеличения в валютном или фиатном предложении. Как базовый случай, если это турецкая лира или аргентинский песо, то там нужно уже писать 14 или 21%. Гораздо более крупные числа. Но, конечно же, в этом смысла нет, потому что мировая резервная валюта – это доллар. Так что мы возвращаемся к доллару. И мы не строили это, чтобы предсказывать валюты против валют. Они а просто закинуты в это ведро под названием деньги. Да, я подумал, что один из способов обойти это противопоставлять годовую доходность биткоина базовому сценарию, когда облигации и деньги устанавливаются на уровне нуля. И мы просто сравниваем рост рыночной капитализации биткоина с облигациями и деньгами. Потому что, как я думаю, Биткоин сейчас сталкивается именно с этим, а все остальные. Ну, мы не согласны с этим. Я с этим не согласен uh -huh. совсем. Я думаю, что биткоин не против этого. Я думаю, что биткоин соревнуется со всеми активами. Он явно демонетизирует золото. И это также альтернатива недвижимости. Это также альтернатива капиталу. Если брать золото, то это погрешность округления. Если брать. 400. Золото не ошибка округления по сравнению с биткоином. Он в 10 раз больше, чем биткоин. Да, но мне просто нравится представлять это так, что золото это закуска, фиаты, облигации, это основное блюдо, а недвижимость и искусство. У тебя есть мнение, я просто не соглашаюсь с твоим мнением. Я думаю, что ты характеризуешь это очень узко. Есть много людей, которые купят биткоин вместо покупки второй квартиры в качестве рентальной инвестиции. Но ты хочешь отбросить это как нерелевантное, но оно не такое. Нет, это существенно. Факт в том, что всем приходится решать, как они распределят свое благосостояние по всем этим активам. Есть люди, которые зарабатывают много денег и покупают один дом, второй, третий. Я знаю людей, которые купили 27 домов. Я знаю их. Термин «земляное банкирство» существует около 30 лет. Люди просто берут свои деньги которые они заработали на своей работе и покупают недвижимость просто чтобы сохранить деньги. Да. Биткоин это не просто соревнование с валютой. И ты можешь сказать, например, в Соединенных Штатах это абсолютно не соревнование против валюты. В США люди не покупают биткоин в страхе держать доллары. Нету. Людей с капиталом для инвестиций, кто бы ни инвестировал в доллары. Каждый инвестор в мире имеет капитал, инвестированный в рынок акций в основном, капитал или недвижимость. Иначе другие люди могут краткосрочно инвестированы в облигации, но богатые люди в Европе и США не выбирают между биткоином и долларом. Они выбирают не покупать здания или не покупать землю, или продать свои акции Nvidia, чтобы купить биткоин. Вот эти сравнения очень важны для людей в западном мире. Да, если посмотрим сюда, видишь мой экран? Да. Если посмотреть сюда, это второй сценарий, тот, который я имел в виду, когда говорил, что облигации и деньги дали нам нулевую годовую выручку, так что они являются метрикой, по которой мы измеряем. Насколько вырастет биткоин поверх реального роста или сокращения на рынках денег и облигаций? И получается у золота, искусства, акций и недвижимости отрицательная годовая выручка. И это, по-моему, не относится к самим активам. Рынок акций не дойдет до нуля. Но я думаю, что количество людей, использующих акции, искусство и золото в качестве сбережений, будет стремиться к нулю в том смысле, что да, все эти люди, о которых ты говоришь, которые вкладывают в землю, со временем поймут, что биткоин лучше, и можно будет ожидать, что биткоин пойдет вниз, и рынки земли снова будут предназначены для покупки земли. Если вам нужна земля, вы покупаете землю. Если ты ищешь способ хранения накоплений, чтобы передать их своим детям, то ты э, просто покупаешь биткоин. В общем, я посчитал эти цифры и получил ровно 29%. То есть ровно столько сколько ты даешь в качестве базового прогноза. Если мы дадим биткоин 29% облигациям и деньгам 0%, а ты дал облигациям чуть меньше 5%, кажется, то есть это меньше, чем биткоин а деньгам ты дал 7%, но если мы дадим им 0, а биткоин 29, то у золота будет минус 1, искусство минус 1, акции минус 1 и недвижимости минус 4, потому что она намного больше, и у нее есть куда падать. В общем, если так посчитать, через 21 год мы получим точку в 29,2%. Это та точка, в которой биткоин становится больше, чем бонды и фиатные деньги. В то же время все остальное, золото, искусство, акции, недвижимость, все они теряют денежную премию. По крайней мере, большую часть денежные премии. Их держат функционально или для получения с них дохода, а не как форму сбережения. И в этот момент биткоин будет около 260 по сравнению с фиатом и облигациями на 140 и 120, где они сейчас находятся. Так что на 260 я бы не стал измерять это в триллионах или миллиардах. Я думаю, что полезнее всего думать об этом с точки зрения изменений от настоящего момента к тому времени. Что ты об этом думаешь? Я не уверен, что понимаю. В чем смысл этого? Через 21 год... Да, я, я даже не понимаю. Ну, то есть твои цифры не номинальные, они реальные. То есть ты что-то... Я просто посчитал это все относительно... Ну, я не понимаю это, так что... У меня нет реакции, потому что я не понимаю, что ты пытаешься сказать. Я просто хотел сказать, что мы не меряем их относительно доллара сегодня или потом, мы меряем их относительно соотношения их друг с другом. И тогда облигации и деньги, если их взять вместе, будут стоить столько же, сколько биткоин. Просто представь мир, в котором биткоин на 29% выгоднее облигаций денег, а на данный момент эта цифра даже выше. Потому что за последние два, три-четыре даже пять лет, облигации идут вниз, а биткоин летит вверх. То есть там как минимум два раза по 29%. Так что если так пойдет и дальше, в следующие 20 с лишним лет, то к 2045 году рост биткоина будет выше, чем облигации, деньги на 29%. Опять же, я бы посоветовал взять модель Bitcoin 24 и включить туда свои предположения и получить номинальную или тепловую карту распределения активов в 2045-м и показать это, а не то, что мы сделали. Хочешь вернуться к тому, что у нас в базовом случае? Да. Да, вот он. На эту тему можно спорить, но здесь, в этом базовом случае, мы предполагаем, что даже если биткоин растет на 29%, это номинальный годовой регулярный доход, то облигации будут более крупным классом активов, чем биткоин в 2045. И собственный капитал будет более крупным классом активов, и недвижимость тоже. Так что мы предсказываем в этом базовом случае только то, что биткоин будет больше золота. Мы не говорим, мы не говорим что он будет больше, чем класс капитала или класс облигаций. А я давал. И в сравнении с моим у Майкла Сейлора прогноз был медвежий. Да, так что я... Если ты хочешь сгенерировать свой собственный взгляд, он должен быть в номинальном плане. Тогда мы сможем сравнить с этим и поговорить об этом. Но вся суть этой модели в том, что все могут вписать свои предположения и получить результат в номинальном плане на следующий 21 год. И это дает тепловую карту, и вы можете решить. Я думаю, что S&P и индекс капитала продолжат расти. Я думаю, что если ты посмотришь назад на денежное предложение против S&P, они были очень коррелированы. Если предложение будет расширяться на 7%, я буду ожидать, что собственный капитал будет за этим следовать. И это побычие. По Есть предположение, что капитал обгонит денежное предложение, но можно предположить, что будет наоборот. Явно этот график... Здесь мы немного помедвежье настроены на тему облигаций. Облигации не растут так быстро, как недвижимость. Капитал мы настроены по обыче. искусство тоже, может быть не стоит. И золото мы настроены очень по медвежьи, биткоин в тройне по обыче. так что... Вот таковы наши предположения. Я не думаю, что облигации куда-то исчезнут. Я думаю, что пока у нас есть национальные штаты и города, они продолжат занимать деньги и продолжат расширять долг. Я думаю, что будут корпоративные облигации. Я не думаю, что они уйдут. Я не думаю, что капитал уйдет, если мы не перейдем к социальному коммунистическому строю. Я думаю, что аргумент в пользу исчезновения ценности капитала – это нужно предположить, что правительство перейдет к регулированию и изъятию капитала, и они могут. Так что это как бы бычий настрой на капитализм. Компании изобретают вещи, и они могут Удерживать свои прибыли. Это побычи на креативность, оптимистично на тему технологий и инновации, оптимистично насчет капитализма, оптимистично насчет трансформации, пессимистично насчет возможностей по золоту. Я не думаю, что искусство это мелкая вещь, я не знаю, так ли это. Но в конце концов это не особо важно. Учитывая тот факт, что мой совет, если вы максималист, вы не должны инвестировать ни во что, кроме биткоина. Биткоин. У вас есть ответ. Один победитель, и все остальные проиграют. Вопрос, проиграют ли они много или мало. Если вы придете ко мне и скажете, что я найду стратегию шортидры на облигации, я бы сказал, что я это не советую. Я недостаточно знаю на тему шортов, чтобы это делать. Ну, покупая биткоин, мы их как бы и сокращаем. Да. Суть этого в том, что биткоин может победить. И миру не обязательно нужно для этого переворачиваться с ног на голову. Когда биткоин это глобальный денежный актив или глобальный денежный индекс, он все равно может быть не таким большим, как Market Cap Капитала. Он все еще будет гораздо более материален, чем золото, и гораздо более полезен, чем золото. И размеры всего остального – это просто функция того, как наше правительство управляет дефицитом и решает свои проблемы. И это оптимистичное предсказание. Если ты будешь думать о пессимистичном, то единственное, что останется, это биткоин. Например, если у меня есть пессимистичный взгляд о состоянии нации, Рынок акций обрушается, капитал идет к нулю, и валюта обваливается, и денежное предложение ничего не стоит. И, может быть, недвижимость не так много стоит, потому что аренда не такая дорогая. Но проблема, ну, то есть легко предсказать это для Венесуэлы или Кубы, или Северной Кореи, или Нигерии. Можно предсказать это для мелких развивающихся стран, которые либо плохо управляемы, или коммунистичны, или нежизнеспособны с гиперинфляцией или войной. Трудно предсказать это для всего мира. Если весь мир... Представь предсказание, где все валюты идут к нулю, все компании идут к нулю, это большая проблема. Так что я об этом не думаю. И это просто глобальная макромодель, это не микромодель. И в глобальной макромодели предположение таково, что правительства преодолевают проблемы, и в итоге они понимают, как не сделать вещи гораздо хуже. И технология развивается, и мы получаем гуманоидных роботов, и получаем искусственный интеллект, которые полезно думают, и мы понимаем, как раскрыть мощь. 100 миллионов искусственных интеллектов, чтобы сделать мир лучшим местом. И, скорее всего, будут компании, которые заработают состояние. Следующий Facebook, Google, неважно. их капитал будет довольно высоким. В это же время капитал будет создан человеческой продуктивностью, и большая часть этого капитала перетечет в биткоин, потому что биткоин — это цифровой капитал. Какая-то часть этого капитала перетечет в недвижимость, и в собственный капитал. Компании будут иметь чрезмерный капитал. Если Apple заработает 500 миллиардов долларов, продавая айфоны, а потом вольют 500 миллиардов обратно в покупку своих акций, они как бы... Они как бы поддерживают Apple в плане долгосрочного средства сбережения, вливая свои 500 миллиардов долларов в акции Apple. Я думаю, что мы увидим это Стандартный взгляд капитала ⁇ это я вливаю все свои деньги в покупку своих акций. Это то, что делают сейчас Meta и Apple, и другие компании также этим занимаются. Нестандартный взгляд ⁇ это я возьму свои потоки и куплю биткоин. Если мир будет рациональным, цифровым, то мы демонетизируем капитал быстрее. И если мир будет оставаться традиционным, мы продолжим монетизировать капитал и недвижимость в большей степени. И долг, и облигации. Мне кажется, долг, недвижимость и капитал — это традиционные активы для корпораций и институционалов. И биткоин — это новый актив 21 века. Principles of Economics, my complete guide to understanding economics, is now available in hardcover, audiobook, and ebook from safedean.com, Amazon, and many more booksellers worldwide. And now I am also teaching a course based on this book on my website safedean.com. Principles of Economics will run the whole academic year from September to June and will have a new lecture every two weeks, as well as weekly live online discussion seminars open to learners from all over the world. And from all walks of life, whether you're a student, a professional or a retiree, you are making economic decisions every day, and this course will arm you with the wisdom of centuries of economists to improve your economic decision-making. You'll also get a free book of Principles of Economics if you sign up for the course. Go to Safedean.com and sign up now. И and 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 interesting there's вопрос момент Google. Решить, что они начнут покупать биткоин вместо покупки казначейских облигаций. И или если я генерирую миллиард долларов в месяц, и я большая техкомпания, я могу купить казначейские облигации, вероятно, американские, краткосрочные, или могу купить свои акции. Или я могу купить биткоин. Я не думаю, что есть еще что-то. Ну, можно выдать дивиденды. Вот и все варианты. По большей части. И это то, что делают большие техкомпании. Интересный вопрос. В какой момент я перехожу от покупки своих акций, где я попросту капитализирую свои собственные мощности, или я Покупаю казначейские облигации, и это капитализация долга, или я покупаю биткоин, и это цифровой капитал. И это влечет регуляторные вопросы. До определенной степени это также проблема корпоративной финансовой доктрины, когда бизнес-школы начнут учить финансовых директоров, что они должны брать все свои потоки и покупать биткоин, или половину потоков и покупать биткоин. И если это поменяется, то биткоин монетизируется гораздо быстрее. Если мы традиционно думаем, ну то есть сейчас крупные банки не могут хранить биткоин, покупать биткоин или продавать биткоин. Это очень большая помеха для Microsoft, Google, Apple, Amazon в плане принятия биткоина для капитализации вы, вероятно, не увидите мега-консервативные корпорации, которые делают это, пока они не смогут переводить миллиард долларов в месяц в Банк Америки или JP Morgan, и потом просто конвертировать и хранить на аккаунте. Когда это произойдет? Когда отменят SAB-121 или когда будет поддержка работы с биткоином в традиционной банковской системе? Я думаю, что это ускорит монетизацию биткоина и ускорит демонетизацию эквити и долго. Можно зафиксироваться на том, чтобы сказать, что все это о том, чтобы использовать биткоин вместо долга для капитализации, но я бы сказал, что сейчас Microsoft, Apple, Google и Meta уже решили, что они не будут использовать долг в качестве актива для капитализации. Они решили 20-30 лет назад, что долг это плохой актив для капитализации, и они на самом деле монетизируют свое equity. И даже при покупке своего equity или при переплачивании за equity других, когда они сливаются и покупают другие компании. Если вы CEO и у вас много наличности, вы покупаете другую компанию и вы переплачиваете в 90% случаев. В некоторой степени мы монетизируем частное equity или монетизируем какие-то другие equity. Или мы монетизируем публичное equity. И если мне бы не приходилось... Ну то есть мета... Вроде как собирается закупать на 55 миллиардов долларов собственных акций. Что если бы они купили биткоина на 55 миллиардов долларов? Кстати, вот интересный момент. Акции становятся деривативом биткоина, если я капитализируюсь на биткоине. И если вы делаете эту макромодель... Вы можете сказать, что это означает, что 55 миллиардов уходит в биткоин и уходит от меты, но это не совсем так, потому что если мета покупает биткоин, то market cap мета, скорее всего, вырастет на 200 миллиардов долларов, и эквити станет больше. И если вы действительно аккуратны, вы бы сказали, какой процент эквити обеспечен биткоином в этой модели. И мы это еще не прорабатывали. Ну, можно представить себе. Ну, то есть рациональный мир – это где Microsoft, Apple, Amazon покупают биткоин на свою прибыль. Ну, то есть Apple стоил бы на триллион долларов больше, если бы Apple попросту начал покупать биткоина на 20-30 миллиардов долларов в год, а не потратили 500 миллиардов на свои акции. Где бы они были, если бы они купили биткоина на 500 миллиардов? Учитывая, что это период 10 лет, но... Но если вы смотрите на это, как увеличить market cap Apple, меты на триллион? И ответ – вы начинаете брать свои потоки, казну и покупать актив, который дает плюс 40% вместо минус 4% в год. И когда это происходит, это видно в нашей макромодели. Рынок эквити будет выглядеть хорошо. Это даст ускорение S&P и NASDAQ и невероятной семерке. Так что это мне кажется, ну то есть я не хочу говорить ужасные вещи типа биткоин хорошо, все остальное плохо. Потому что правда в том, что можно сказать биткоин хорошо, эквити плохо, и облигации плохо, но если я обеспечиваю облигации биткоином и валюту биткоином и эквити биткоином, то они все вырастут. Так что это просто биткоин лучше. И все также вырастет. И это аргумент за биткоин, который делает мир лучшим местом. Это конструктивное, прогрессивное, позитивное вырасти из своих проблем с хорошей технологией. Видение вместо эта нация расплавит свою валюту, и банки расплавятся, и мы все просто будем прыгать в спасательные шлюпки. Я не думаю, что это будет так. Мы разбирали это в деталях недавно на подкасте. Я не думаю, что случится что-то такое прям катастрофическое. Я думаю, как ты и сказал, люди будут накапливать больше и больше биткоинов. Ты же сам и сказал, что он будет расти бесконечно. Расти бесконечно значит, что в какой-то момент он достигнет точки, в которой он будет выше всего остального. Он, он просто будет расти вверх. Так что... В общем, вот тут у меня желтым выделен твой прогноз. Думаю, это в процентах, да? И у тебя получается, что биткоин остается на уровне 7% глобальных активов, а деньги и облигации на 12 и 21% в реальном выражении. Поэтому. Короче, вот три сценария, которые я прикинул. В первом биткоин растет на 25%, искусство, золото, недвижимость идут вниз, акции тоже вниз, на минус 1 и минус 4. А, у меня немного другие начальные цифры. У тебя акции, например, в начале 115, потому что ты взял все фондовые рынки, а я посчитал только 20, потому что я считаю, ситуация с денежной премией там именно такая. Ты считаешь, что это уйдет? Ты не считаешь, что фондовые рынки исчезнут? Ты говоришь, что искусство тоже никуда не денется, но оно снизится с 18 триллионов долларов примерно до 5. Мне кажется, это консервативная оценка. Но Доходными являются примерно а, только пять из них, все остальные люди покупают на уровне 13, люди покупают искусство, потому что им нравится, а не потому что для них это вложение. Недвижимость упадет до 100, далее акции на 140, деньги на 120. Если смотреть под таким углом, то мы приходим в точку, где биткоин на 25%, а остальные активы или сдуваются, или остаются примерно на том же уровне. И тогда в 2025 году мы имеем биткоин, который является 30% всех активов, облигаций 34 и 17. Но если посчитать, исходя из роста биткоина на 29%, то тогда биткоин обходит облигации и деньги. А если посчитать для 35% роста, то в 2045 году он будет в три раза больше облигаций и денег. Не могу сказать, что это совсем невероятный сценарий. Биткоин вполне может показать 35% рост в следующий 21 год. И если так и произойдет, то его доля будет сильно выше доли облигаций и денег. И это совсем неплохо. Вопрос вот какой. Если это действительно произойдет, то то есть у биткоина случится фазовый сдвиг, и у него будет 67% доли глобального рынка или мировых средств накопления. В этот момент, you know, знаешь, как говорят взрослые, это не просто большой ребенок происходят внутренние перемены. И когда ты с активов в 1 триллион долларов или меньше 1 процента, или меньше половины процента мирового рынка капитала доходишь до 60 процентов, или 50 процентов мировых средств накопления, ну, это делает тебя самым ликвидным активом. Так что вопрос такой. Думаешь ли ты, что в данный момент это подрывает спрос на облигации государственные деньги? Ну просто зачем давать суды под облигации? Ты сам только что говорил, что Apple не стал так делать, и ты бы тоже не стал. Если все это поймут, а я думаю, что через 21 год в конечном итоге они поймут, и вот там через 21 год кому вообще захочется одалживать государству? Конечно, у меня предвзятое отношение к облигациям. Я не думаю, что это сценарий судного дня. Я думаю, что это утопический сценарий, что мы станем хранить накопление в чем угодно, кроме правительственных купонов. Я не думаю, я не покупаюсь на идеи, что все должны потерять, чтобы мы выиграли. Я думаю, что эти идеи я должен найти проигравшего, они не конструктивны и пессимистичны. И я не думаю, что они обязательны. Например, я думаю, что люди любят искусство. И я думаю, что предложение денег будет увеличиваться, оно увеличивалось на 7% и продолжит увеличиваться. Мне кажется, что ценность искусства будет расти. Мне кажется, что ценность недвижимости будет расти. Мне кажется, люди продолжат увеличивать свои компании. Я думаю, что правительство продолжит занимать деньги. Я думаю, что некоторые правительства преуспеют лучше, чем другие, но Пока есть компании, они продолжат продавать equity. Окей, они будут продавать акции, с этим понятно. Но зачем продавать облигации? Ценностное предложение облигаций заключается в отсутствии фондового рынка. У биткоина нет фондового рынка, и в этом огромное преимущество. Да, но точка зрения в том, что если биткоин вырастет на 29% в год, это все равно будет 7% всего капитала. Тот факт, что я владею дорогой квартирой в Нью-Йорке, не означает, что правительство США не будет занимать деньги. И это не означает, что никто не будет давать взаймы правительству США. Так что, я просто тебя не понимаю. Разве 21-летний не будет занимать деньги, чтобы купить дом? Ну то есть, если мне 21 год, и я хочу купить машину, у меня нет денег, я займу деньги, чтобы купить машину. Вот кусок долга, он никуда не девается. Если я город Нью-Йорк, и я хочу построить новый туннель, я займу деньги, чтобы построить туннель. Верно? Да, но типа тоннель могут построить и частные компании, они могут брать кредиты, бизнес может брать кредиты, а банки их давать. Я думаю, что частное кредитование может продолжиться, а государственное кредитование, как я вижу, имеет все шансы сойти на нет. Потому что причина, по которой люди прибегают к облигациям, помнишь, ты сам сказал, что не рисковая ставка, как люди ее представляют на рынках фиатных облигаций, заключается в том, что они покупают облигации, а затем получают доход с облигаций после уплаты налогов. Но если они поймут, что эта история не безрисковая, потому что типа за последние три или типа того года ты потерял что-то около 30-40%, вложив средства в этот безрисковый актив, короче, если это будет продолжаться в таком же духе, ну, Потому что вот ты смотришь на фискальную ситуацию, она не выглядит многообещающей, хоть в США, хоть где угодно. Так что можно ожидать, что обязательства по государственному долгу будут стабильно не выполняться. А теперь у вас есть альтернатива, причем совершенно замечательная. Недвижимость в Нью-Йорке – это вообще отдельная вещь, потому что не каждый человек может купить недвижимость в Нью-Йорке, а еще адские высокие затраты на ее содержание и использование в качестве получения дохода. А с биткоином совсем не так. С биткоином надо только уметь хранить личные ключи. Вот и все, что нужно для хранения накоплений в биткоине. Поэтому не вижу смысла покупать недвижимость в Нью-Йорке, только если у тебя есть конкретная инвестиционная цель, но точно не как вариант хранения сбережений. Опять же. Ты имеешь право с этим не соглашаться. Люди хотят жить в Нью-Йорке. Моя точка зрения в том, что ты пытаешься сделать это черно-белым. Люди хотят жить в Нью-Йорке. Они будут покупать квартиры в Нью-Йорке, потому что они хотят переехать в Нью-Йорк и не хотят не жить в Нью-Йорке. Они купят дом, купят яхту, купят самолет, купят машину. Они будут покупать акции в компании, потому что они хотят владеть компанией. Они будут покупать спортивные команды, потому что они хотят спортивные команды. Они будут покупать Пикассо, потому что они хотят, чтобы у них был Пикассо. Проблема в том, что эти активы не уйдут. Они купят ранчо в Техасе, потому что они хотят сказать «У меня есть ранчо в Техасе». Что происходит, это Конкуренция входит в рынок, и биткоин это конкурент, претендующий на этот капитал. И мне кажется, мы можем просто согласиться, что биткоин соревнуется за капитал, и это хороший конкурент. И если бы у меня был выбор, я бы, наверное, предпочел владеть биткоином, если моя основная цель это сбережение средств или долгосрочное сбережение капитала и это снизит цену. Сделает дешевле здание, может быть, сделает дешевле спортивные команды, может, сделает Пикассо дешевле. Может быть, это сделает облигации дешевле, что означает, что процентная ставка вырастет. В конкурентном рынке, где у вас свободный рынок и нету контроля капитала. В этом случае, например, когда у вас слабая валюта, у вас высокая процентная ставка. Нужно платить больше процентов, чтобы получить капитал. Так что можно сказать, что биткоин – это конкурент на капитал против всех этих других активов. Так что если вы скажете, «Майк, я думаю, что PDE и S&P уйдут с 22 на 18», я соглашусь. Это создаст давление на PDE-отношения. Это создаст давление на кэпрейты. Вместо капрейтов 30 на недвижимости, он может быть 20 или неважно. Если вы скажете, «Майкл, я думаю, что заем денег на 30 лет меньше, чем под 4%, выглядит довольно дешевым, слишком дешевым». Вы не должны давать деньги взаймы под эту ставку. Я соглашусь, я думаю, что долгосрочные процентные ставки в фиатном мире должны расти. И если мы вернемся к свободному рынку, если у вас действительно есть свободный рынок капитала без границ и свободный рынок капитала от класса активов к классу активов, то со временем то, что оценено очень дешево, процентные ставки, которые слишком дешевые, они вырастут, процентные ставки, которые слишком высокие, упадут, активы, которые переоценены, найдут свое честное значение. Активы, которые недооценены, у них будет спрос. Что, я думаю, более вероятно, что более вероятно, это то, что вместо того, что муниципалитет может занимать деньги под 2-3%, им придется платить 6. Проценты вырастут, и в какой-то момент кто-то скажет, ой, это дорого, может быть, нам не стоит это делать. И если процентные ставки будут расти, и расширение капитала, которое финансируется этим дешевым кредитом, уменьшится. И в свободном рынке вы видите, как это происходит сейчас. Если вы маленькая компания, средняя компания или если вы частный застройщик, ваша стоимость капитала 12-14%. Если вы говорите с людьми, которые думают о разработке отеля или квартирного здания, если ваша стоимость капитала 12-14%, очень много проектов просто не случится. Но стоимость капитала для правительства не 12-14%. В зависимости от того, где вы. В западном мире это гораздо дешевле, и многие проекты получают зеленый свет из-за теории, что это очень дешево, и мы можем себе это позволить. Так что, если капитал перетекает от этих других активов, я думаю... Ну то есть капитал потечет из геймстопов мира в биткоин. Очень много компаний имеют переоцененные акции. И это создаст давление на их акции. И они не будут тратить такие деньги. Я думаю, что очень много недвижимости переоценено. Она станет более доступной. Что действительно происходит, это капиталисты. Если бы у меня было 10 миллиардов долларов для инвестиций, и я бы поставил на квартиры или дома, и заплатил бы в два раза больше, чем они стоят в утилитарном смысле. Такой капиталист скажет, мне больше не нужно это делать, я могу купить биткоин. И они возьмут свой капитал и вместо покупки всех квартир в Канаде или всех мультисемейных зданий и удвоения ренты, они вытащат свой капитал, и потом все эти активы упадут, и когда эти активы упадут, упадет аренда. И тогда спрос на аренду вырастет. Мы демонетизируем активы с утилитарной ценностью. Так что они упадут до утилитарной цены. Золотая ювелирка станет дешевле. В этом мы согласны. Квартиры в Канаде или США или Нью-Йорке станут дешевле, потому что Каждый раз, когда кто-то держит недвижимость, которую они не используют, потому что они занимаются земельным банкингом, они переоценивают ее для кого-то, кому нужна эта земля. Мне кажется, это произойдет, и облигации сейчас, мне кажется, переоценены. Мы можем согласиться, и биткоин конкурент, но это не абсолютно свободный рынок, и он не без регулирования, так что есть организации, которым придется использовать это как Актив капитала. Так что потребуется время. Это может занять 20, 30, 40 лет, кто знает, как быстро это произойдет. Но со временем, если у меня есть выбор капитализироваться, используя кусок суверенного долга или корпоративную облигацию, я лучше буду иметь корпоративную облигацию с 12%, чем с 4%. Так что есть очень много корпоративных облигаций, облигации тройного А, которые не так много выплачивают, потому что они прикреплены к суверенным процентным ставкам. Так что я думаю, что если есть варианты, ты, наверное, продашь это, продашь кредит, продашь облигации и купишь биткоин. И в результате облигации упадут в цене, я буду конструктивен и прогрессивен, и скажу, что я думаю, что это постепенно прогрессирует, цена постепенно упадет, у компании пропадет стимул. Ну, то есть сейчас кто выпустил этот долг? Apple. Apple выпустил долг, чтобы сделать что? Apple выпустил долг, чтобы купить свое собственное equity. Оно прикреплено к долгу США. Что если Apple покупает биткоин и не выпускает долг, ты начинаешь видеть сейчас другие вещи. Сейчас они поддерживают свою цену акций, используя долг для покупки акций. Но что они могут сделать? Это поддержать цену акций, держа биткоин и не выпускать долг. Может быть, ты увидишь меньше корпоративного долга, может быть, ты увидишь меньше других видов долга. И в какой-то момент, если цена долга упадет, а процентные ставки вырастут, если правительству США сейчас приходится платить 12%, не думаешь ли ты, что будет гораздо больше консенсуса, чтобы срезать стоимость? Ну то есть может будет консенсус поднять налоги? Это политический момент, это не в нашей компетенции, не мы решаем, повышают они налоги или нет, но на чем мы можем согласиться, это дебаты в плане дефицитов. И мне кажется, со временем эти правительства и нации, и не только нации, но просто штаты и города, и агентства, все они, вероятно, будут действовать более рационально, в то время как будет увеличиваться стоимость капитала. И это все об этом. Это внедряет вирус рациональности. Я бы сказал, что лучшая вещь для мира это если рациональность разнесется постепенно, прогрессивно и аккуратно. Потому что когда рациональность бьет вас, ты видел, что произошло в Греции с жесткой экономией. Когда у вас есть эта жесткая экономия, локдаун, у вас появляются беспорядки на улицах, и человеческие страдания, и правительство обрушается. И когда обрушается правительство, останавливаются больницы, и скорой помощи, и полиция. Так что я не за слишком быстрое распространение. Я за медленное, аккуратное, спокойное вежливое распространение вируса рациональности, который, я думаю, переместит нас в другое место. Но что это за место, трудно предсказать. Мир очень сложный. Очень сложный. Bitcoin Standard Podcast is brought to you by CoinKite. CoinKites are my favorite makers of Bitcoin hardware. They produce the legendary OpenDime, the first Bitcoin bearer asset, as well as the reliable cold card hardware wallet the excellent stainless steel seed plates for storing your seed phrases and the block clock now coinkite have produced the sat's card a card the size of a credit card which can store bitcoin and works great as a gift coinkite have just produced a limited edition gorgeous bitcoin standard sat's card which carries the bitcoin standard logo and you can get it from coinkite.shop slash bitcoinstandard use the code bitcoinstandard to get 5% off your purchase this podcast is also brought to you by the bitcoin way your professional bitcoin it team offering you personalized secure and comprehensive solutions for every step along your bitcoin journey the bitcoin way offer live concierge service to guide you with your bitcoin cold storage running your node privacy best practices inheritance planning corporate strategy and multi-sig solutions they don't touch your coins they guide you through the process of acquiring your coins and securing them if you'd like to make your setup safer and more reliable, book a consult with them and see what they have to suggest. If you want to give someone the gift of Bitcoin, get them this professional service that will ensure they start off knowing exactly how to manage their coins and not lose them. Go to the bitcoinway.com and start bitcoining more confidently. no well, I имею в что твои действия определённо увеличивают скорость, которую ты хотел замедлить. Ты купил биткоина на сколько? На 8 миллиардов долларов. Это очень много биткоинов. И это сильно подогрело его цену. Это не ошибка, а округление в капитализации биткоина. Но я хотел вот что сказать: ты спросил, как кому-то купить дом. Я думаю, ключевая вещь которые стоит держать в голове. Во-первых, потому что люди перестали покупать дома ради вложения денег, цены на них идут вниз, и начинается конкуренция только среди тех, кто хочет жить конкретно в этом доме и конкретно в этом районе. Мне кажется, это прекрасный расклад. Полностью согласен. Нам это нравится. Да, ты уже не перебиваешь цену BlackRock, который хочет купить этот дом ради вложения денег. Ты начинаешь конкурировать с людьми более-менее похожего достатка и дохода, которые так же, как и ты, хотят купить именно этот дом. И от этого цена на дом будет только ниже. Оборотная сторона медали тут в том, что твои сбережения у увеличиваются в стоимости, и мы оказываемся в другом мире, где сбережения уже не теряют в стоимости. Можно держать биткоин, и давай представим кого-нибудь в возрасте 20 или 25 лет, кто хочет купить дом, ну, если они начали откладывать с самого рождения, например, их родители начали это делать, для них с помощью биткоин-кошелька, скажем, они начали стейкать биткоин, и он за эти 25 лет укрепился, и при этом цена на жилье идет вниз, то в таком случае, по-моему, мы движемся в сторону мира, где люди просто покупают, э, что им нужно кэшем, при этом они делают это по двум причинам. Во-первых, они с легкостью могут позволить себе приобрести жилье, но еще и потому, что очень трудно найти таких людей, которые хотят сдать жилье какому-то неизвестному 25-летнему парню, когда они могут просто купить биткоин. При этом мы наблюдаем рост ставок, и для некоторых людей это будет означать серьезные неприятности, кто-то обанкротится, но я думаю, что в этом не будет катастрофы, потому что всего будет в достатке будет дешеветь, все будет дешеветь, и будет все меньше и меньше правительственного вмешательства. Мне кажется, это будет вишенкой на торте. Я слышу, что ты говоришь. Я биткоин-максималист, что означает, что я верю в то, что биткоин – это инструмент экономического расширения прав и возможностей. И я за то, чтобы предоставить биткоин миру. Я это очень сильно ощущаю. Я не разделяю твой мощный сантимент, что кредит – это плохо. Я не против всех остальных вещей в мире. Например, если вы хотите займ на машину, хотите купить машину и платить 3 года, у меня с этим проблем нет. Мне кажется, что биткоин это хорошо, но я не буду занимать позицию того, что займ на машину это плохо. Я не против кредитных карт, не против займов на машину. Если вы 22-летний или 28-летний, и вы хотите купить люксовую квартиру, это все хорошо, если у вас родители дают много денег, вы можете купить. Но что если вы беспризорник, вам 28 и вы хотите квартиру? Мне кажется, это нормально, иметь 10-30 летний займ, чтобы купить квартиру. И я здесь не для того, чтобы отменять кредиты или менять банковскую систему. Банки в порядке, кредитные карты в порядке. Если Феррари хочет продавать Феррари и давать вам займ на 60 месяцев под 3%, это нормально. И в плане валюты, я вижу трагедию фиатной инфляции, но я не посвящаю свою жизнь остановке этой инфляции. Я посвящаю свою жизнь распространению господа биткоина. Так что, что я думаю, это то, что у нас все равно будет гиперинфляция в некоторых странах. Я не думаю, что... Ну то есть я не думаю, что я могу это остановить. Я думаю, что у нас есть 7% рост валюты в США примерно 100 лет. Будет ли лучше или хуже или так же? В моем базовом предсказании все так же. Ни лучше, ни хуже. Если будет лучше, оптимистичный случай, биткоин подкрепляет доллар. И биткоин внедряет рациональность в политические процессы в западном мире, и мы снижаем это. Но это вне моей компетенции. Так что что происходит с долларом и китайской денежной политикой, российской денежной политикой, американской денежной политикой и европейской? Эти вещи контролируют другие люди. И никакие мои действия не повлияют значительно на изменение мира в каком-то из этих смыслов. Может быть, если так будет, наверное, окей, но я действительно думаю, что если вы ищете категорическое зло, это то, что люди не могут купить биткоин. Провал биткоина в блокировании вас от владения биткоином. Это зло. Я проведу лекцию 25-летнему на тему, почему у него должен быть биткоин. Но я не буду тратить свое время на то, чтобы объяснить, почему они не должны брать займ на машину, которая на 20% дороже, чем они могут... Ну, надо покупать БУ машину на наличные или покупать новую на кредит. Я не буду занимать такую позицию. Другие люди могут, кстати, это нормально для кого-то быть экспертом в том, стоит ли муниципалитету финансировать свои затраты, долгом или нет. Это просто другая цель в жизни. Моя цель в жизни – это быть адвокатом биткоина и думать о том, как мы можем распространить биткоин по миру. И мне кажется, все остальное очень сложное и субоптимальное, и мы можем поговорить о тысяче субоптимальных вещей, и моим ответом будет... Биткоин, вероятно, делает их менее субоптимальными. Любая вещь, которую вы можете назвать, я скажу, что города лучше, если у них есть биткоин, семья ваша лучше, если есть биткоин, компании лучше с биткоином, страны лучше с биткоином, валюты лучше с биткоином, долг лучше с биткоином, эквити лучше с биткоином, все это. Но я не думаю, что эти вещи уйдут. Я думаю, что некоторые люди отвергнут нас. И они будут отвергать биткоин долгое-долгое время. Я думаю, лучше, если вы, если вы не строите вашу жизнь, на одно из этих других вещей, потому что это очень сложно. Да, но я хочу сказать, что я не отстаиваю эту точку зрения, и я вовсе не топлю за то, что так и должно случиться. По большому счету я просто анализирую цифры и говорю, что при определенных темпах роста биткоин неизбежно превратится в крупнейший ликвидный актив. Я думаю, мы демонетизируем все остальные активы, о которых мы говорили. Это делает их дешевле, делает рынки акций более эффективными и защищает их от пузырей. Но я не, не хочу тут навязывать свои предпочтения. Я просто думаю, что кредитование станет сложнее, когда люди, которые могут давать в долг, смогут вместо этого просто держать биткоины. Поэтому я ожидаю, что процентные ставки по фиату в значительной степени вырастут, и люди вместо того, чтобы брать в долг фиат, начнут стейкать, чтобы смочь себе все это позволить. Но я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Даже если всего этого не будет происходить, мне будет нормально. Я просто вижу это как неизбежный результат текущего роста, пока цена биткоина продолжает расти. И я понимаю, что да, кто-то будет против этого, кто-то будет сопротивляться, будут э, держаться за облигации. Конечно, людей будут подталкивать к тому, чтобы оставаться в облигациях, пенсионные фонды будут вынуждены продолжать покупать все больше и больше государственных облигаций. Но опять же, как бы биткоин – это не просто опция. Все это значит, что эти люди станут беднее. Люди, которые эксплуатируют эту систему, которые не дают всем оставаться в стороне и не позволяют вам выйти из нее, сделают вас беднее. И тогда вы будете с гораздо меньшей вероятностью получать от них выгоду. Ведь они стараются заработать на вас и на инфляции, потому что денежные накопления людей, которые держат наличные и покупают облигации и так далее, по моему мнению, уменьшится. В общем, конечно, я понимаю, что ты с этим не согласен, но это совершенно нормально. Я не не соглашаюсь с тобой принципиально. Просто я думаю, что в течение 30 лет будет динамика, где у вас есть рациональная прогрессия биткоина. И биткоин – это одна десятая процента. Возьмем мой случай. Он идет с одной процента до 7% процентов за 21 год. И кто знает, что будет происходить в эти 21 год. Но пока это происходит, по мере внедрения этого рационального цифрового капитала, если цифровой капитал – это альтернатива для всех корпоративных финансовых директоров. И если это альтернатива для институционального инвестора, и если это альтернатива для семьи или отдельного человека, и альтернатива для правительства, то, что вы увидите, это разница в цене капитала между классами активов, по идее, должна начать сходиться, потому что капитал должен начать перетекать из мест, где с ним обращаются хуже всего, в места, где с ним обращаются лучше всего. Если возвраты в биткоине сейчас 45-50% годового, и они только 12% в S&P, то они должны начать сходиться со временем. Это не означает, что это будет моментально, и не означает, что они сойдутся полностью. Но у вас есть один актив, Пул в триллион долларов, который дает 50%, и пул в 100 триллионов долларов, который дает 12%. Можно легко представить себе, когда биткоин 100 триллионов и equity, неважно, 200 триллионов долларов, то эти цифры будут биткоин 22%, и equity 10 или 12, и они сходятся каким-то образом друг с другом. Из-за того, что будет возможность для арбитража. И умный CFO подумает, может я поменяю один на другой, но... Подумай о том, что произойдет, если каждый финансовый директор капитализирует свою компанию на биткоине. Если половина вашей ценности в биткоине, а вторая в вашей работе, если биткоин вырастет на 25-30% в год, разве также не вырастет ваша вторая половина на 30% в год? Так что вы можете видеть, что если эквити капитализируется на биткоине, будет конвергенция со временем. И закон больших чисел говорит, что биткоин не вырастет в 4 раза по отношению к этому другому большому пулу. Он вырастет в 3,5, 3,2. Я не думаю, что они станут одинаковыми, потому что биткоин более производителен. Моя модель, я говорил ранее, мне кажется, если ты посмотришь в бесконечный горизонт, если денежное предложение или валюта в долларах расширяется на 7-8% в год, если ты начнешь видеть, как индекс S&P расширяется таким же образом, или таким же образом плюс 2 или 3 процента, если это то, что произойдет, то биткоин должен расти примерно на 8-10 процентов быстрее или на 8 процентов с большей волатильностью. Ты можешь представить себе мир, где у биткоина 20 волатильность, 20 возврат, и S&P 12 волатильность и 12 возврат. И у валютного предложения рост 8 процентов. И опять же, это бычий случай, медвежий случай. Для equity это equity растет медленнее, чем денежное предложение. И это сводится к налоговой политике. Если ты смотришь на основные рычаги, Случай, где equity обгоняет денежное предложение, это инновация и продуктивность. Если ты действительно, ну, изобретение роботов и искусственного интеллекта, если ты делаешь это, то компания попросту... У вас может быть... 100 сотрудников, которые делают работу 10 миллионов людей с искусственным интеллектом и роботами. В этом случае у вас много ценностей в эквити и немного стоимости. Бычий сценарий — это вы изобретаете новые вещи. И что останавливает вас от обгона денежного предложения? Это налоги и регулирование налоги и регулирование повышают для вас стоимость работы. И это политические решения. Так что, похоже, что мир S&P плюс 8-9% в год и валюта плюс 7-8%. Они почти равны, но может быть S&P на 1% больше. Я думаю, что мы не можем ожидать, что биткоин будет расти на 50% годовых следующие 30 лет, потому что тогда он будет всем и ничего не останется. Так что, чего стоит ожидать, это то, что он будет сходиться с этим, но не обязательно доходить ну, до да, этого. Да, я думаю, что его рост неизбежно замедлится. Если посмотреть на последние 15 лет, то он замедлился, потому что нужно конкретно сильно больше денег, чтобы накачать его, когда он уже на таком уровне, потому что для этого нужно, чтобы ходлеров становилось все больше и больше. Но вообще, может, откатиться, может, мы увидим что-нибудь типа S-образное кривое принятие, когда что-нибудь выстреливает, но мне не представляется это базовым сценарием. Я думаю, что криптомания никуда не денется, потому что люди торгуют с кредитным плечом, поэтому цена прыгает то вверх, вниз. Я думаю, что со временем ситуация выровняется, но в конечном итоге я все равно думаю, что биткоин пойдет вверх. И да, я согласен с тобой, я думаю, что доллар должен быть подкреплен биткоином, если вам важно сохранить доллар, если вы хотите, чтобы он выжил. Но я еще думаю, что в таком мире у нас ведь нет принтера для биткоина. Так что в таком мире вместо того, чтобы соревноваться за то, кто лучше управляет своим денежным станком, правительство начнут соревноваться за то, у кого может быть больше биткоинов. А затем вы начинаете финансировать государственные расходы из гигантского запаса биткоинов, которые у вас есть. И поэтому, я думаю, мы вполне можем оказаться в мире с биткоинами, где правительства больше не могут занимать, потому что у них нет денежного станка, который просто печатает деньги, которые они занимают. Им придется действовать ответственно. А правительство, которое действует безответственно, сталкивается с серьезными проблемами. А правительство Которые действуют ответственно, являются эффективными и берут верх над неэффективными правительствами. И поэтому мы начинаем наблюдать, как правительство конкурирует не посредством девальвации, а посредством накопления и большего это остатка денежных средств. Вируса рациональности. Именно так. Ты описываешь рациональные правительства, и я согласен. Мне кажется, что это прекрасно. Мы видели с отдельными людьми отдельные люди, которые находят биткоин, становятся более рациональными. Большая часть мантр биткоин-максималистов и их убеждения – это просто рациональные наблюдения. Так что я думаю, я думаю, биткоин рационализирует. Он рационально уменьшает отходы, максимизирует эффективность, растягивает ваш горизонт времени, минимизирует риск второй стороны, максимизирует возможности. Это все вещи, которые происходят. И я думаю, что биткоин по мере распространения будет внедрять рациональность. Сначала он заразит ей отдельных людей, потом семьи, и потом корпорации. Корпорация, которая приняла биткоин как актив капитала. В конце каждого квартала они будут говорить, как много этой наличности мы хотим выплатить в качестве дивидендов и заплатить налоги какую часть наличности мы хотим использовать для покупки своего equity, и как много наличности мы хотим использовать, чтобы купить мелкие компании, и как много из этой наличности мы хотим перевести в биткоин. И это рациональный набор решений. В противовес нерациональным решениям, о боже, нам нужно избавиться от этого, потому что мы сжигаем их, если мы просто держим их на счету. Так что, мне кажется, компании будут более рациональными по мере распространения биткоина. И мне кажется, что страны будут более рациональными, потому что у них будет больше возможностей. И в этой модели биткоин 24 мы создали не только макромодель. Ну то есть правда в том, что макро очень интересно, но нету так много эмоциональной привязанности к глобальному классу активов. Что действительно интересно, это микромодели. Тот факт, что есть модели для отдельных людей, которые говорят, что вот что будет, если ты примешь стандарт биткоина и переедешь в место без налогов на доходы. Вы тройной максималист. И это семейное решение, которое вы принимаете. Это то, что происходит, если вы берете залог и покупаете биткоин на него. Микромодель для отдельного человека имеет очень много эмоционального притяжения. И есть корпоративная модель. Микромодель для корпораций. И она показывает, что происходит, если ваша компания переводит свои потоки в биткоин. И это можно настроить, и можно сделать предположение из разряда «Окей, у меня есть компания, что если я продам половину эквити и куплю биткоин завтра?» Твоя компания стоит 100 миллионов долларов, что если ты продашь акции на 100 миллионов и купишь биткоин, и будешь держать биткоин 21 год? Это реализуемо. Я думаю, что корпоративная модель интересна. И мы создали эти модели для стран. И мы создали одну для стран в долгах. Если вы страна в долгах, что будет, если вы начнете покупать биткоин? Окей, вы в долгах, и вы выпускаете долг, чтобы финансировать операционные расходы. В основном не хорошая идея. А что если вы выпускаете долг, чтобы купить биткоин? И это хорошая идея. Ну то есть, вы можете сказать, долг это плохо, но долг неплохо, если я выпускаю 3 миллиарда долларов долга под 3% и покупаю биткоин. Это то, как я обгоняю СНП-500. Это плохо только если вы выпускаете 3 миллиарда долларов долга и тратите на вещи, на расходы, и ничего не возвращается. Если вы покупаете потребляемых товаров на 3 миллиарда долларов, то это плохо. Итак, эта модель, у нее есть вкладки, и можно запустить ее для страны в долгах или для богатой страны. Или для США, или для институционалов. И я думаю, что это то, где ты начинаешь понимать, что то, что ты видишь, это, о oh, Боже, каждый раз, когда я трачу без необходимости 60 тысяч долларов, я теряю один биткоин. И цена одного биткоина это 13 миллионов долларов через 21 год. Я понимаю, что тебе не нравятся номинальные вычисления, но мне кажется, номинальные вычисления... Они полезны для людей, потому что это то, как все остальные сейчас думают в мире. И 99% все еще думают номинально. И я гарантирую, что 13 миллионов долларов через 21 год не купят вам то, что могут купить 13 миллионов сегодня. Но учитывая вышесказанное, если ты встретишься с кем-то и спросишь, хочешь ли ты купить, это Феррари, это 5 биткоинов, 5 биткоинов будут стоить 65 миллионов долларов. Через 21 год ты можешь уйти на пенсию с 60 миллионами. Тогда это может быть уже не столько, но они все еще купят вам много. Что это делает? Это... Когда вы растягиваете горизонт на 21 год и включаете все эти применения, вы начинаете получать гораздо больше рациональности. Не идеальную рациональность, но мы говорим о временных горизонтах, о временных предпочтениях. И мир не примет это моментально. И не все согласятся. Иногда это будет сложно сделать так, чтобы все эти директора в компаниях, или церковь, или благотворительность, или институт, или семья, все изучили и согласились, но... Это хорошая цель, и мне кажется это конструктивно. Я думаю, что мы привлекаем много людей и образовываем много людей. Они становятся более рациональными. И в мире, который мы видим, если мы вглядываемся, каждое правительство не будет рациональным, но у нас будет больше рациональных правительств, чем сейчас. И каждое решение не будет рациональным, но будет больше рациональных решений среди всех этих структур, чем сейчас. Потому что биткоин — это протокол для экономической рациональности, таким же образом, как английский — это протокол для коммуникации, или математика — это протокол для обоснования. И мы привнесли все три эти вещи в мир. И люди все еще говорят вещи, которые ты ненавидишь на английском, и все еще обманывают тебя, используя математику. Но я верю, что человеческая раса лучше с этими протоколами. И я был бы счастлив увидеть, что человеческая раса стала на 5, 10, 20 процентов лучше к тому времени, как я закончу. Даже зная, что 80 процентов или 90 процентов того, о чем мы сожалеем, никуда не денется. Да, я думаю, ты абсолютно прав. Если подумать о Сальвадоре, и они думают, что это совпадение, что Наиб Букили действительно представляет собой яркий пример президента, который играет в долгую, который на самом деле смотрит в такое далекое будущее. И, может быть, биткоин не является причиной его поведения, но, по крайней мере, он зашел в биткоин и стал думать о долгосрочной перспективе. Так что определенно есть какая-то корреляция, независимо от того, каким будет следствие всего этого. В настоящее время у них есть сколько там, 5800 биткоинов, я думаю, что это около 300 миллионов-340 миллионов долларов в биткоине. Теперь представьте себе мир, в котором он продолжает расти, они продолжают стейкать по максимуму и продолжают увеличивать свой биткоин баланс, а биткоин а, все укрепляется. В какой-то момент им больше не нужно будет брать в долг. Им не нужно покупать облигации. Зачем продавать облигации, если теперь у них есть. То есть, когда у них будет 15-летний опыт расходования биткоин-резерва который любой человек в стране может проверить, я думаю, что именно за этим будущее. То есть правительства, которые друг перед другом соревнуются за то, сколько у них накоплений. Сегодня они смотрят на соотношение долга к ВВП. Я думаю, что будет иметь значение соотношение стейка к государственным расходам, потому что у нас есть 15-летний запас расходов в нашем горячем кошельке, то есть в холодном кошельке, который вы можете проверить по такому-то адресу, а у соседней страны будет, скажем, 20. И тогда люди, в, которых, в стране, у которых 15, могут начать думать, блин, а может быть и у нас может получиться, давайте присоединимся к стране с 20, у них больше денег. И я думаю, что мы видим такую позитивную конкуренцию за финансовую ответственность среди правительств. Может быть, не в нашей жизни, но я думаю, что это показатель того, что это тенденция, что это то, куда мы идем. И я думаю, что Букели – это такой первопроходец. Я в этом с тобой согласен. Я думаю, что это с Биткоина помогает распространению рациональности во многих смыслах. Я думаю, что большая идея, большая возможность, и это кое-что, чего у мира нету или давно не было, это идея того, что у вас может быть идеальный капитал и возврат по нему. Например, какова конечная ситуация? Скажем, у вас в итоге есть несколько биткоинов. Если у вас есть... Тысяча биткоинов, и они стоят 10 миллионов за монету в фиате, то у вас есть 10 миллиардов долларов чего-то в фиатном плане. Я думаю, что мы дойдем до той точки, где основные банки позволят вам вносить биткоины и будут давать вам 500-600 базисных пунктов дохода к биткоину. Например, ты банк, я даю тебе миллиард. Ты даешь его взаймы кому-то, кто хочет занять его или зашортить. Они платят вам 500 базисных пунктов, ты даешь нам 400 базисных пунктов. Это роль банкира. В традиционной системе так это должно работать, если бы это было золото. Если я внесу миллиард долларов в золоте в твой банк, кому-то нужно золото, и они платят, чтобы взять его взаймы, ты встречаешься с обеими сторонами. Ты заставишь свой баланс работать. Ты гарантируешь платежеспособность заемщика, я не буду давать деньги напрямую им, потому что мне не нужен риск. Но если ты банк с балансом в триллион долларов, такой как JP Morgan или Citi, мне кажется, у меня проблем не будет с тем, чтобы дать тебе миллиард долларов. И мне кажется, кто-то придет к тебе и захочет их занять. И теперь миллиард долларов генерирует 5%, то есть 50 миллионов в год. Представь, что я получаю 50 миллионов в год, дохода от миллиарда долларов. Но я также держу это в биткоине, это не в долларах. То есть теперь, когда биткоин растет в цене, мой капитал растет в цене, пока я генерирую прибыль. Это святой грааль. Представь, у меня есть компания, которая выдает 5% дивидендов и принцип защитить их и увеличить их стоимость. Если думать в плане цифрового капитала, почему я не могу держать чистый цифровой капитал без корпоративного риска и получать доход по нему? И если так, ты нашел способ избежать фиатной инфляции. Сейчас я могу получать доход, если я занимаю в иенах или, неважно, в какой-то другой валюте. Например, я могу пойти в страну с высокими ставками, в Турцию, например, и там огромные ставки, но валюта обрушается к доллару. Так что если ты получаешь 20% дохода, и валюта теряет 30% стоимости каждый год, твой реальный возврат это минус 10%, а не плюс. И проблема сейчас это, если я просто держу миллиард долларов в долларах, я получаю 5% но валюта теряет 7% стоимости в год. Так что у меня негативный доход на фиате. Фундаментальная проблема. Любая из этих структур будут генерировать очень много капитала. Apple, El Salvador или Университет Гарварда. У них у всех есть капитал. Но чтобы получить доход и защититься от инфляции, они не могут инвестировать в ликвидный актив. Они должны покупать недвижимость. Вероятно, коммерческую недвижимость. И твой хедж против инфляции ⁇ это сама собственность, и ты получаешь некоторую прибыль от аренды. И большая часть уходит на налоги, на страховку на содержание. И остаток может быть каким-то реальным доходом, но это немного. В основном это не так много. Очень много головной боли при этом. В другом случае у меня есть корпорация, которая платит дивиденды. Если у меня может быть корпорация, которая может расти быстрее, чем инфляция, и приносить деньги быстрее, чем инфляция, то, вероятно, я могу туда добраться. Но это очень сложно. Так что, может быть, в золотом веке, если бы у меня был банк, которому я доверяю в золотом веке, и мой капитал был бы в золоте, то, может быть, я мог бы внести капитал в банк и получать доход, и банк давал бы взаймы, мы бы получали прибыль и делили доходы 50 на 50. И это долгосрочная стратегия. Сохранение благосостояния. Но мы потеряли эту возможность в век Фиата, потому что похоже, что у нас, вероятно, есть пара исключений всего. Действительный доход на Фиате, который можно сгенерировать, всегда был негативным. Знаешь ли ты какое-то место в мире, где можно получать позитивный доход на Фиате? В банке? Не, не могу это невозможно. Ну, разве что Ливан до гиперинфляции можно было получать 15% по своим сберегательным вкладам, но что из этого вышло? Нужно брать какой-то корпоративный риск, или технологический, или инвестиционный, или риск, связанный с недвижимостью. И нужно сказать себе, что риск, который вы берете на себя, меньше, чем доход, который вы получаете. Например, люди, дают деньги взаймы среднеразмерным компаниям. И все эти корпоративные заемщики, они хвастаются тем, что у них 12-14% на защищенных займах. То есть они получают больше, чем 5%, которые платит правительство. Может быть, они получают дополнительные 8%, и они говорят себе, что риск, который они берут на себя, меньше, чем это. Но даже тогда ты получаешь 12% на займе, 8% можно скинуть. Ну, то есть, я не думаю, что инфляция сейчас была 7%. Мне кажется, больше похоже на 9 или 10 последние 4 года. Так что в такой среде ты срезаешь 8-10% из инфляции, получаешь 12-14% всего. И также есть риск. И ты говоришь себе, что это не рискованно, но вероятно, это рискованно на 4-6%. Так что в конце концов, если ты берешь риск 4-5%, а тебе платят 12%, и инфляция 8%, то у тебя нулевой реальный доход после коррекции на инфляцию и кредит. Эти бизнесы, они как бы работают на основного партнера, потому что ему платят комиссию с верхушки. Но лимитированный партнер, которому этого не платят. Ну то есть, если ты получаешь 2,20, конечно же, ты хочешь сделать что угодно. Но если ты лимитированный партнер, ты получаешь номинальный доход, в 8 или 10 процентов но после риска за 20 30 40 лет все это взорвется тебе в лицо и все это сотрет мы живем в мире сейчас где сложно жить со своего капитала и при этом не брать на себя риск вот наверное что я хочу сказать и мне кажется биткоин предлагает другую возможность я вижу мир мы еще не там но мне кажется через 10 лет я вижу мир, где ты сможешь взять свои биткоины, поместить в надежный банк, и банк будет их давать займы и давать тебе доход. И ты сможешь никогда не продавать свои биткоины, оплачивать расходы на жизнь с дохода, который дает тебе банк, и биткоин будет расти в цене в фиатном плане вечно. И, конечно же, для этого должен быть надежный банк. Что есть банк в этом плане? Классический это банк, они берут капитал, находят платежеспособных заемщиков и устанавливают ставку, которая покрывает ставку дефолда. Они правильно дают займы. И мне кажется, это... Что интересно здесь, это то, что биткоин — это капитал, которым владеют люди. И банку нужно приносить возврат для своих акционеров и для капиталиста, который владеет этим капиталом и должны покрывать риск по кредиту. Существующая фиатная банковская система использует банк, которым владеет государство. Государство контролирует капитал, который существует в фиатных банках. If you're listening to this podcast, you get that Bitcoin upends everything that government schools teach about money. Coinbits is the money app designed for people like you who understand Bitcoin and want to use it every day. Coinbits pioneered the concept of roundups, which converts your spare change into Bitcoin. Simply connect your debit and credit cards, and your usual purchases are rounded up to the nearest dollar, letting you save more in Bitcoin as you spend more. My favorite new Coinbits feature is spending insights, which gives you real-time feedback about how much of your money is chasing high-time preference, short-term gratification, and how much you are providing for your future with low-time preference choices. As always, Coinbits provides a terrific self-custody experience. Connect a hardware wallet for automatic withdrawals so you keep counterparty risk to a minimum. Coinbits also offers peer-to-peer -peer cash and Bitcoin payments, target orders, price alerts, and more. Coinbits can help you do almost anything you need with Bitcoin. Go to coinbits.app slash and get three months free. Again, that is coinbits.app slash Saifedean, -E -E The Bitcoin Standard Podcast is brought to you by Orange Pill App, the Bitcoin-only social network that connects you with high-signal Bitcoiners, events, and now merchants as well. If you're like me and can't stop talking about Bitcoin, you know how challenging it can be to talk to the no-coiners and how nice it is to talk to someone who gets you. With the Orange Pill app, you can find the Bitcoiners near you and they can replace the no coiners in your life. You can organize events and meetups with local Bitcoiners, and wherever you travel, you can meet up with local Bitcoiners all while being as anonymous as you like. So if you want to build your local network of Bitcoiners, find a Bitcoin meetup or merchants accepting Bitcoin, head over to OrangePillapp.com to sign up or download the app from the App Store or Google Play Store and send me a DM so we can get connected. Что действительно было бы полезно, это формация цифровых банков, которые используют цифровой капитал. Конечно же, первое поколение, мы можем их назвать, Celsius, FTX, BlockFi, они были криптоковбоями, им нельзя было доверять, и они взяли на себя невероятный риск, и все взорвалось. Нам это не нужно, верно? Нам нужно несколько банков со здравым контролем, с контролем кредитов и рисков, чтобы ими аккуратно управляли. Когда вы найдете банк, у которого огромный баланс, которым управляют взрослые люди, у него хороший контроль кредитов, они знают, как управлять рисками, то, может быть, вы рассмотрите этот банк в качестве держателя ваших биткоинов, или вы можете рассмотреть возможность дать свои биткоины им взаймы. Но мне кажется, что для биткоинеров лучшая ситуация – это если вы найдете банк, который слишком большой, чтобы обанкротиться, с невероятным балансом в триллионы долларов. Если вы найдете такой банк, который попросту управляет бизнесом лендинга биткоинов, вы будете просто одним процентом. Вы хотите быть маленьким процентом огромного баланса, и чтобы это было их дополнительным бизнесом. И чтобы было обеспечение всех займов в биткоине в 100x. Вот почему ты не хочешь, чтобы правительство вышли из бизнеса фиата, потому что Лучшая ситуация ⁇ это когда правительство США поддерживает один из десяти самых крупных банков США, который начинает управлять биткоинами и дает вам доход на ваши биткоины и создает займы в биткоинах. И тогда у вас кредитный риск JP Morgan или City или Банка Америки. И это позволяет биткоинеру, биткоин максималисту, владеть биткоинами, никогда их не продавать жить с доходов от биткоина и ваш биткоин при этом будет расти в цене и не разбавляться. Это потребительская стратегия. Есть корпоративные стратегии, которые генерируют доход от биткоина, но они требуют того, чтобы вы были публичной компанией, такой как MicroStrategy. И вы должны иметь возможность выпускать какие-то ценные бумаги, подкрепленные биткоином, чтобы генерировать доход со временем. Я в целом немного скептически отношусь к идее, что у нас будет доходность биткоина и убыточность биткоина. Я думаю, будут появляться новые игроки типа Celsius и BlockFi, потому что в конечном итоге я не думаю, что эта модель работает без существования кредитора последней инстанции. Я думаю, по-любому кредитор последней инстанции нужен, и без этого это не будет работать. Люди просто научатся на горьком опыте не делать этого. Я не думаю, что без этого пункта это рабочая схема. Что я хотел сказать? Ты не хотел бы, чтобы JP Morgan просто платил бы тебе 5% на твои биткоины без риска? Ну, в идеале я бы хотел 500%. Но я предпочту сохранить свой биткоин вместо погони за пятью или 500%. процентами. Ну, никто не даст тебе 500 процентов. Да, но и 5 процентов тоже. Я имею в виду, если у всех есть биткоин под 5 процентов, то откуда взять больше биткоинов? В конечном итоге окажется, что нужно отдать больше биткоинов, чем есть наличие. Я не говорю о выпуске биткоинов. Нынешняя безрисковая ставка, если у тебя деньги в JP Morgan, и ты помещаешь их в рынок, это выплачивает 550 базисных пунктов. Не хотел бы ты 550 базисных пунктов на, на твой биткоиновый баланс без необходимости конвертировать в доллары? Сейчас тебе нужно конвертировать в облигации казначейства США. И если ты это сделаешь, это почти без риска. Это очень плохо. Я не думаю, что это безрисковая история. Это может работать с фиатной валютой, но... Если только правительство США не обрушится. Правительство не позволит упасть Джейпи Моргану. Да, но американское правительство в прошлом столетии банкротилось несколько раз. В 1934 году они объявили дефолт по золоту. В 1971 году снова был дефолт по Окей, золоту. Окей, теперь ты нападаешь на меня, как Биткоин Макси. Окей, если так, дай-ка скажу вот что. Нету никаких шансов, что Эль Сальвадор будет оплачивать свои расходы без продажи Биткоина, если никто не готов им давать доход на Биткоины. В твоем мире, если у тебя есть расходы, тебе придется продать актив. Но у тебя еще будут доходы, ты сможешь покрывать расходы своих доходов и продолжать стейкать до бесконечности. Суть в том, что если капитал не генерирует возврат, это не работающий актив. Тебе нужно решить проблему. Если я помещу 100 миллионов долларов в биткоин и буду получать нулевой доход, это так же плохо, как если у меня 100 миллиардов в облигациях, которые дают 0%. В обоих случаях это не производящие активы. Мне придется продать мой дом, моих детей, продать мое что угодно, чтобы оплатить больничные счета, если я не получаю никакого дохода от своих активов, они не производящие. Если бы у меня было 100 миллиардов долларов в зданиях и рента была нулевой, и у меня были бы траты, на эти здания – это не производящий актив. В конце концов, нужно ответить на вопрос, как биткоин будет показывать себя как актив. Тебе нужно иметь функционирующую банковскую систему, которая будет выдавать капитал в качестве займов. Капитализму нужен капитал, нужны банки, нужны кредиторы и заемщики. Основы австрийской экономики у какого-то парня есть больше денег, чем ему надо, и кому-то еще нужны деньги, чтобы построить завод. Вот почему есть банковская система и займы. Суть в том, что займы это неплохо, банки это неплохо, займы биткоина это неплохо. Если ты представишь себе мир, где сотни триллионов долларов в биткоинах, нам нужна функционирующая банковская система, чтобы перемещать капитал. И если капитал перемещается, с чего тебе извиняться за получение возврата на свой капитал? Я не говорю, что нужно оправдываться. Не-не, я так не говорю. Не, я имею в виду это не грязное слово, получать возврат на капитал. Если у тебя 100 миллиардов в капитале, почему ты не должен получать 5% на него? Потому что ты рискуешь. Если хочешь получить этого прибыль, тебе нужно нести риски. Я думаю, будет вот как будут банки, как ты говоришь, но они будут распределять капитал, так что ты сможешь взять 100 миллиардов долларов, вложить их в бизнес. И если бизнес принесет прибыль, то ты получишь прибыль. А если бизнес понесет убытки, то... Я понимаю. Моя точка зрения в том, что если у тебя 100 миллиардов в золоте в 18 веке, и ты кладешь золото под матрас, ты не получаешь на него доход не теряешь золото, не берешь на себя риск, а если берешь золото и относишь в банк, и банк выдает его кому-то в кредит, ты берешь риск, обращаясь в банк, банк берет риск, обращаясь к кому-то еще. Традиционный экономист сказал бы, что здоровая экономика – это та, у которой функционирующая кредитная система. И если я в городе, и 22-летний не может взять займ, чтобы начать бизнес, экономика будет расти медленнее. Нету ничего плохого с функционирующей банковской системой и функционирующей кредитной системой, если она рациональная и хорошо управляема. Я не думаю, что есть... Ну, то есть, парень хочет сделать вложение, взять на себя риск. А риск – это часть капитализма. То есть ты не обязан брать на себя риски? Да, я не говорю, что это неправильно, я не говорю, что так делать не надо. Я просто говорю, что в мире, где денежная масса фиксирована и нет кредитора последней инстанции, в мире, где у Джей Пи Моргана нет волшебного денежного принтера, потому что Джей Пи Морган тоже печатает деньги, не только правительство США и Федеральный резерв. Джей Пи Морган тоже печатает деньги, они могут занимать Федерального резерва по самой низкой процентной ставке. Так что с такой системой привилегий у Фиата они могут предложить вам 5%, потому что они просто напечатают эти деньги. Они смогут вам за платить. И они делают миллиард долларов, которые они вам одалживают, просто из воздуха. А затем они получают деньги с процентов, которые они получают с миллиардов долларов других людей, которые они тоже берут из воздуха. Но с биткоином эта игра заканчивается. Нет кредитора последней инстанции. Поэтому теперь, если тебе 22 года, и у тебя есть бизнес-идея, тебе нужно найти кого-то, кто даст тебе капитал. И я не вижу в этом проблемы. Почему это проблема? Ты получаешь капитал, ты делишь прибыль и делишь убытки. Через 10 лет у нас все равно будет доллар. У нас все равно будут банки, у нас все равно будут правительства. Ты представляешь себе мир, где правительства и банки уходят. Они никуда не уйдут. В мире, где есть это убежище для кредитора, которое называется США, большой банк, есть люди с валютами, и биткоин тоже в этом мире есть, это довольно возможно, что банк даст вам займ против биткоина или доход на биткоин. Что я имею в виду? Твоя идеология звучит так, как будто есть что-то плохое о банках, или о займах, или о доходе. Нету ничего плохого с займами или выплатой процентов. И если мы просто уберем фиат и заменим это золотом, в золотом стандарте, банк сможет взять ваше золото и потом выдать его в качестве кредита. Взять комиссию с заемщика, вписать кредитный спред, развернуться и заплатить тебе безрисковую ставку и оставить кредитный спред. Или заплатить половину безрисковой ставки и оставить кредитный спред. И это просто банкинг. Ты можешь выбрать, как капиталист, дать свое золото взаимобанку или нет. Это как, например, у меня есть здание, а ты занимаешься недвижкой. Если ты не хочешь брать на себя риск, ты можешь купить миллион акров земли и не сдавать ее в аренду. Нету риска ничто не уничтожит землю. Или ты можешь построить здание на Манхэттене в 100 этажей и сдать в аренду корпорации. Теперь у тебя есть риск. И то, и то стратегии с недвижимостью. И если ты построишь стоэтажное здание и не сдашь его в аренду корпорации, это не производящий коммерческий недвижимый актив. Так что это не имеет смысла. С биткоином у тебя два варианта. Ты можешь быть гиперконсервативным, Можешь похоронить его под матрасом, и ты получишь биткоиновый возврат. Или ты можешь дать его взаймы кому-то, и ты можешь получать биткоиновый возврат плюс доход, который они платят, и ты берешь на себя риск того, что они не вернут. И это более рискованно. Если ты попросту даешь взаймы биткоины peer-to-peer, -peer, это невероятно рискованно. Вот почему банки существуют посередине. И ты говоришь, окей, а что если нету экстренного кредитора? Пока есть правительство. Если правительство создает национальный банк, и если национальный банк решает войти в бизнес, держание золота и биткоина, или неважно чего, акции Apple. То есть я беру свои акции Apple, помещаю их в банк Швейцарии, помещаю туда золото, свои доллары и свои биткоины в банк Швейцарии если Банк Швейцарии даст мне процент на любые из этих вещей, возьму ли я? Если я доверяю швейцарскому банку, может быть, возьму? Возьмешь ли ты? Это просто функция устойчивости к рискам. Доверяешь ли ты Банку Швейцарии? Я не доверяю Сельсиусу, и я не помещал свои деньги в FTX. Так что я понимаю, что такая операция, которой управляют люди, которые не понимают кредит, не вызывает доверия, но... У моей компании много денег в таких вещах, как Сити или Банк Америки, или JP морган И они обеспечены правительством США. И правда в том, что каждая большая техкомпания Microsoft, Amazon, Meta, все ведут дела с этими банками. Если ты уберешь банки, экономика закроется. Мне кажется, будут банки. Я должен задать вопрос, тем не менее. В чем смысл того, что Эль Сальвадор или твоя семья аккумулирует весь капитал в биткоине, если ты ожидаешь нулевой доход вечно и не будешь брать кредит под залог этого капитала? Просто стейкаешь столько, сколько тебе нужно для оплаты расходов и продолжаешь зарабатывать и копишь активы, которые приносят доход. Но суть в том, что если ты не занимаешь под залог этого капитала и не генерируешь доход, то ты просто держишь его как резерв, который ты в какой-то момент в будущем собираешься продать, чтобы заплатить за непредвиденные расходы. Для этого деньги и нужны. Это есть определение денег. Это страховка. Для этого деньги существуют. Мы держим деньги у себя только из-за неопределенности. Если бы не было неопределенности, мы бы держали доходные активы. Но деньги в этом смысле лучше. Но ты представляешь себе экономику, в которой нету банков и кредитов. Нет, я думаю, в нем будет банковская система, но в ней будут активы. Банкинг и кредиты – это хорошо для экономики. И мне кажется, ты слишком экстремален занимать такую позицию, что не должно быть кредитов в экономике. Я не говорю, что так должно быть. Мы все взрослые люди, каждый решает, как ему поступать. Я не собираюсь никому говорить, что ему следует делать. Я просто говорю, что в мире, где у тебя всего 21 миллион и нет кредитора последней инстанции, я не вижу, как эта модель может оставаться рабочей. На самом деле можно посмотреть на это с другой стороны. Какая модель? Модель, в которой деньги дают доходность. Какая модель? Ну вот, например, твой пример про 200 лет назад и про золото, которое ты положил под матрас. Подожди минутку, даже до фиата. Ну то есть... У нас был золотой стандарт тысячи лет. И если ты прочитаешь историю за тысячу лет, была процентная ставка на золото да, 4-5-6%. Так что есть процентная ставка да? в экономике надежных денег. Ты говоришь, я не знаю, как это выживет. Суть в том, что у нас всегда была ставка. На самом деле, странность в том, что у нас нету займов и ставок на надежные деньги в последние 30-40-50 лет. Потому что нормой было то, что ты должен ожидать ставку на надежные деньги. Таким же образом, как ты ожидаешь получить ставку или возврат на надежные недвижимые активы. Если я дам тебе мое здание взаймы на 10 лет, я ожидаю, что ты заплатишь мне определенный объем денег, который будет превышать стоимость содержания здания. В конце 10 лет у меня все еще будет собственность и также доход. И идея того, что я получаю ставку на актив надежных денег. Не думаю, что это нерезонно в будущем, потому что в прошлом не было. Есть отличная книга, ее авторы Гомер и Сила. Называется, кажется, «История процентных ставок» или может, «Пять тысяч лет истории процентных ставок». Это офигенная книга, и в ней собраны числовые данные о процентных ставках на протяжении всей истории человечества от Вавилона до наших дней. И в ней есть очень-очень интересное наблюдение, которое согласуется с тем, что говорят австрийские экономисты, а именно, что на протяжении истории процентные ставки снижались. И это то, что и предсказывают австрийцы, потому что это процесс эволюции цивилизации. Поэтому с точки зрения австрийцев процентная ставка – это функция конкретного временного предпочтения. По мере снижения временных предпочтений люди могут отказаться от текущего потребления, чтобы откладывать на будущее. И поэтому у них появляется все больше и больше ресурсов. Чем больше у них ресурсов, тем ниже цена, которую они готовы заплатить за эти ресурсы. Таким образом, чем больше у вас денег, тем больше у вас сбережений, и тем ниже процентная ставка, с которой ты согласишься. И чем больше сбережения у других людей, тем ниже для тебя будет процентная ставка. В общем, в историческом плане мы видим этот пятитысячелетний процесс снижения и, снижения и снижения и снижения и снижения процентных ставок по золотому стандарту. Но бывают еще, естественно, периоды отклонений. Например, случается война, мы были на 6%, а затем началась война, и мы взлетаем до 60%, а затем правительство терпит крах, и случается еще что-нибудь плохое, а затем процентные ставки снова падают. Но самое интересное, попробуй представить гипотетический сценарий, в котором в 1914 году мы остановились на золотом стандарте, а в 1914 году была самая низкая процентная ставка в мире за всю историю. Банк Англии давал 2,5%. Это была самая низкая процентная ставка. Теперь представь, если бы они остались на золотом стандарте. Ну а потом, конечно, когда они перешли на фиат, все взлетело. Так продолжалось до 70-х годов. Просвети меня про эти 2000 лет. Каков резонный диапазон ставок на надежные деньги? Зависит от временных предпочтений людей. Где-то между тремя и... Ну то есть я могу также привести сотни примеров из истории и сказать 4-5%. Обычно для тех, кому они доверяли, цифры были до 10. У этих ребят, наверное, должна быть какая-то область ставок по надежным деньгам, которая имеет историческое значение. Какие цифры примерно? Ну, в разное время это разная цифра, но в целом это постепенное падение процентной ставки. В любом случае она понижается. Ну, не постоянно, а ты только что сам сказал. Ну да, не постоянно, но на длинной дистанции. Это меняется, верно? Во время войны она растет, во время мира и безопасности она может спуститься. И, конечно же, очень много переменных, но что я пытаюсь сказать, это не находишь ли ты, что это не ненормально иметь 4 или 5 процентов дохода на надежные деньги. Ты можешь найти кучу примеров этому в истории. 4, 5, 6? Да, она продолжает снижаться. У, у меня есть этот график, сейчас покажу. Вот, видишь? Это я... Я взял из Гугла. Я не вижу цифры, они слишком мелкие. Мне интересно, есть ли естественная процентная ставка или историческая на надежные деньги, мне кажется, есть. Да, с точки зрения австрийцев, она снижается с течением времени. Я думаю, что биткоин это надежные деньги, так что... Не, не постоянно, но общая тенденция такая, что она падает, потом случается какая-нибудь беда, как в 20 веке вот здесь. Ну, спад от чего к чему? Ну, вот, например, 3000 лет назад этот показатель составлял 20%, 10%, 18%, а за последние пару тысяч лет он снизился. Как видно здесь, примерно к 1900 году, когда все пошло... Я не покупаюсь на твой тезис. Ты рисуешь мир, который очень простой. Процентная ставка просто падает со временем из-за цивилизации. Реальный вопрос ⁇ это какова ценность капитала? И почему они должны спускаться или расти? И можешь ли ты измерить это по отношению к надежным деньгам? Но это это не австрийская теория процентной ставки, это не о производительности капитала, это о временном предпочтении, которое делает капитал доступным. А австрийцы называют это теорией чистого временного предпочтения процентной ставки. Вот настоящая суть. Ты занимаешь позицию того, что у капитала нет ценности, и я не согласен. Нет. Мне кажется, у капитала есть ценность. Я не думаю, что у капитала нет стоимости. И мне кажется, биткоин – это цифровой капитал. И представление себе мира в будущем, где у биткоина нет ценности, не имеет никакого смысла для меня. Если у тебя есть капитал, то я думаю, что ты сможешь дать его кому-то взаймы, и они будут тебе за это платить таким образом, как люди делали в прошлом. И в истории человечества полно примеров того, как банки делали займы надежных денег и им платили. И люди платили ставки по этим займам. И ты занимаешь эту позицию, где... Процентные ставки идут к нулю вечно из-за чего-то, я не понимаю, в чем это что-то. Если биткоин это цифровое золото в будущем, то ты должен иметь возможность дать его кому-то взаймы, получить процент, таким же образом, как мы давали золото в прошлом взаймы и получали процент. И мы можем поговорить на тему того, какое должно быть число, но дебаты определенно я не буду давать тебе биткоин бесплатно. Я буду ожидать плату. Если кто-то заплатит за капитал, то есть бизнес-модель. И ее стоит рассмотреть. Ее применение. Когда биткоин будет стоить 100 триллионов долларов. Нет, с этим я согласен. Но позволь мне озвучить свою теорию по этому поводу, которая я имею в виду, что основной вклад Австрии заключается в обосновании процентной ставки. Так что я тут выступаю немного в роли еретика с этой идеей. Но... Очевидно, если ты против процентов на биткоин, против процентов на надежные деньги. Опять же, я не говорю, что я против, я не говорю, что так должно быть, я просто логически продолжаю эту мысль, которая с точки зрения австрийцев заключается во временных предпочтениях. Чем больше у вас сбережений, тем больше снижается ваше временное предпочтение и тем ниже цена, которую вы готовы принять за свой капитал. Теперь... Экстраполируйте это еще раз на 10, 20, 50, 100, 200 лет. В конце концов мы дойдем до точки, где у всех есть денежные средства, которые продолжают расти. Поэтому капитала будет более чем достаточно. И процентные ставки, поэтому должны продолжать снижаться. Давай на этом остановимся. Это неправда. Все не держат. Ну, хорошо, не, не обязательно у всех. Все не держат. Но те, кто хочет дать в долг, обладают огромным капиталом. Суть экономики в том, что всегда есть кто-то, у кого есть деньги, и кто-то, у кого их нет. Говорит, что у всех одно и то же количество и у всех достаточно, нет, убирает ставку. Я не говорю, что у всех достаточно. Но это глупо. У людей нет денег, у многих людей нет денег. Нет, я говорю, что капитал продолжает накапливаться огромный капитал, поэтому временное предпочтение продолжает падать, а затем стоимость капитала падает ниже стоимости хранения капитала. Это ключевой момент. Поэтому номинальная процентная ставка падает до нуля, потому что хранение денег становится дороже рыночной процентной ставки. Поэтому, скажем, если я доверяю тебе, и тебе есть 18 лет, я тебя знаю, я знаю, что ты достаточно надежен, чтобы... Я тебя совсем не понимаю. Это не имеет никакого смысла для меня. Если у тебя миллиард долларов, и у кого-то еще нет миллиарда долларов, ты не дашь им миллиард долларов бесплатно. Потому что владение миллиардом долларов стоит тебе приличной суммы денег. Это ничего тебе не стоит. Хранение биткоинов — это 10 базисных пунктов или меньше. Ну, не совсем. Я имею в виду, что тебе все равно придется думать над безопасностью хранения его. Тебе нужно обеспечить безопасность своего жилья. Ты не смотришь на очевидную вещь. Есть 65-летний, он ушел на пенсию, у него есть капитал, и он хочет жить с этого капитала. Есть 22-летний, который начинает свою карьеру, и он хочет занять капитал. Ага. В нормальном, здоровом обществе это... Почему не делать этого через активы? Это идеология. Идеология тут ни при чем. Я просто показываю вам экономическую перспективу с точки зрения идеи временных предпочтений. Ты влез в спор против банков и кредитов. И это не имеет никакого отношения к биткоину. Ты попросту споришь против того, чтобы кто-то мог занять деньги, что глупо. Если 22-летний хочет занять деньги, чтобы купить машину, чтобы он мог перемещаться на ней из точки А в точку Б, Твоя позиция — это ты должен стать публичной компанией продать эквити в автомобильную компанию, потому что я не хочу давать тебе займ. Не, товары потребления... Мне кажется, ты становишься очень идеалистичным. Если 65-летний хочет уйти на пенсию и получать оплату в 5% гарантированных на надежные деньги и жить спокойно без стресса, они захотят дать это банку, а банк даст это 22-летнему, который хочет запустить бизнес. И 22-летний не хочет продавать эквити. Когда я начал свою компанию, когда мне было 24, я не хотел отдавать эквити людям с капиталом. Я хотел занять деньги и платить проценты. Мир тысячи лет работал с одной группой людей, которая давала деньги взаймы, и другой группой, которая хотела их занять. Всегда будут молодые, беспризорники, предприниматели, у которых нет капитала, но у них есть время, энергия и идеи. И всегда будут люди, которые ушли на пенсию, у которых полно капитала, и они не хотят брать на себя риск. Они не хотят быть эквити-инвесторами. Ты говоришь о временных предпочтениях. Гораздо проще иметь длительные предпочтения, если я могу уйти на пенсию и без риска жить на свои сбережения вечно. Но не бывает такого, чтобы рисков вообще не было. Это всегда подразумевает риски. Я думаю, что фиатные деньги позволили людям фактически переложить риски на инфляцию, а Центральный банк приходит и всех спасает, когда ваш кредит возвращается. Да, ты меняешь тему. На что-то абсолютно другое. Мы говорим. Не-не, потому что по сути все сводится к тому, что количество биткоинов фиксировано, нет кредитора последней инстанции, поэтому кредитование всегда сопровождается рисками. Но сбережения накапливаются и размер денежных накоплений у людей увеличивается. А понятно, что происходит, когда чего-то становится больше, чем достаточно. То есть, если денежных накоплений станет в 100 раз больше, чем сегодня. Так, еще раз. Просто ответь мне на этот вопрос: как человек без денег начнет бизнес и купит дом или сделает что-либо, пока человек со всеми деньгами просто сидит там. А как человек со всеми деньгами на самом деле будет жить, если он не может получить доход или займ? На свой актив. Они просто заплатят какое-то количество денег. Никакого rocket science. Им нужно продать свои деньги. Да, для этого деньги и созданы. А как человек без денег купит их? Они ходят на работу. Ты представляешь себе экономику без кредита? Я представляю экономику, в которой кредит предоставляется либо по процентной ставке, которая номинально равна нулю, потому что это лучше, чем держать наличные, потому что наличных более чем достаточно, а содержать наличные затратно. Или кредит предоставляется в форме активов, и то есть, допустим, 22-летний парень, который хочет открыть бизнес, он может найти брата, дядю или друга, которые могут одолжить ему денег без процентов и Потому что дешевле дать ему деньги, чем просто держать их у себя. Или вы найдете кого-то, у кого есть такие активы. А, опять же, я не говорю, что так должно быть. Или что надо запретить так делать? Я не говорю ничего такого. Я не знаю, теперь ты звучишь как что-то между коммунистом и социалистом. Ты хочешь провести закон, который не будет давать людям занимать деньги? Нет, это неправда. Но так работает экономика. Если временное предпочтение снижается, то процентная ставка снижается тоже. Ты хочешь провести закон, который не даст банку дать займ? Нет. Не-не-не-не-не. Смысл в том, что. Что не так с займом? Ну, то есть, что не так с выпуском кредитной карты, или что не так с бизнес-займом или ипотекой? Ну, а опять же, у тебя момент... какая-то идеологическая ненависть к кредиту или займу. Но это не имеет отношения к биткоину, к австрийской экономике, не имеет отношения к надежным деньгам. Ты просто занимаешь эту позицию. Что кто-то не должен иметь возможность взять займы или дать займы. А опять, повторяю, я не говорю, что кто-то должен что-то делать или не должен. Я в своем анализе нигде не использую слово должен. Я просто экстраполирую экономические тренды. Вот есть пара трендов, мы их экстраполируем, и если экстраполировать их дальше, то в конкретном итоге мы доходим до такой точки, где происходит накопление сбережения. А что будет, если у вас яблок гораздо больше, чем... Это глупо. Ты не можешь экстраполировать эти тренды. А почему нет? Сбережения продолжают копиться, у людей становится все больше наличных, а что происходит, когда у вас появляется больше яблок? Цена на яблоки начинает падать, капитал становится больше, яблоки дешевеют. Ты можешь тогда занять позицию того, что никто не может снять дом? Нет, вовсе нет. Ты можешь тогда занять позицию, что ты не можешь снять дом или квартиру, раз ты так думаешь? Нет, я не об этом. Я просто хочу сказать, что капитал — это товар иного рода. Потому что он накапливается и он приобретается не так, как приобретается жилье. Мы используем деньги не таким же образом, как мы используемся жильем. Но в любом случае... Окей, okay, но это тоже абсолютно неверно. Если у меня есть миллион долларов в биткоинах или миллион долларов в доме, и то и то активы капитала, я вижу мир, где ты можешь продать свой дом или ты можешь сдать его в аренду. И ты описываешь мир, где ты, где это нелегально сдавать дом в аренду. Нет. И я говорю, что это глупо занимать позицию, что нельзя сдавать актив в аренду. Я не говорю, что его нельзя сдавать. Конечно, можно сдавать, если хочется. Я просто говорю, что на рынке, где деньги продолжают расти, а временные предпочтения продолжают снижаться, в конечном итоге мы наблюдаем рост капитала. Вот и все, что я говорю. Я не говорю, что так должно быть, я не говорю, что это следует легализовать или криминализовать. Я просто говорю, что это естественный ход развития. В любом случае, мы достаточно поговорили об этом. Я бы хотел вернуться к разговору о тебе. Мы все еще в фиатном мире, и, очевидно, для тебя это отлично сработало. Но что бы ты порекомендовал людям, и каковы сейчас твои критерии? Я задавал тебе этот вопрос где-то 3-4 года назад, когда ты только думал о том, чтобы войти в биткоин с кредитным плечом. Теперь, когда я задаю этот вопрос, по-моему, это был ноябрь 2021 года, так что мы были очень близки к максимальной отметке. И с тех пор случилось довольно большое падение, я думаю, на 80% или около того. В общем, каковы критерии, которые, по-твоему, должны соблюдать люди, если они думают о займе под залог биткоина? Какова, по твоему мнению, процентная ставка, по которой можно получить кредит? Это 3 или 5 процентов или большинство людей не могут получить под эти цифры? Я не вижу какого-то простого способа займа под залог биткоина сейчас. Нет, нет, я имел в виду фиатный займ, чтобы купить биткоин. Как раз то, что ты делаешь. Я думаю, что... Я думаю, что стоит покупать биткоин только если ты собираешься держать его 4 года. Так что резонным моментом будет убедиться, что любой займ, который у вас есть, имеет минимум 4-летний период. Не стоит занимать деньги с переоценкой по рынку против ваших уже существующих биткоинов. Но идеальным примером будет взять кредит на недвижимость на 10-30 лет. Это некоррелированный актив. Ну, то есть займ на недвижимость имеет много преимуществ. В первую очередь, ипотека часто субсидирована правительством, так что она под рыночной стоимостью. Второе, это некоррелированный актив. И третье, это долгосрочный займ. 7 лет это коротко, 10, 15, 20, 30 лет будет лучше. И четвертое, часто культурные нормы и банковские нормы с займами на недвижимость таковы, что их обычно не записывают. Ну то есть банки обычно не хотят помечать стоимость актива, если это недвижимость. Если ты занимаешь деньги против чего-то, что привязано к рынку каждый день, занимаешь против своих акций GameStop, которые могут упасть на 95%, банки, конечно, это запишут и потом выдадут займ. Но они редко записывают дом в пригороде. Так что... Стабильный, долгосрочный займ это лучше всего. Ты, очевидно, хочешь минимальную ставку. И в целом, я думаю, ты хочешь покупать биткоин больше, чем на 4 года. Ну, то есть правильный диапазон времени это навсегда. Иначе больше, чем на 10 лет. И минимум это 4. Если у тебя нет капитала, чтобы держать 4 года, есть два способа. Если ты полностью ликвиден, то ты можешь сказать, что это часть моего портфолио, которого мне не нужно тратить 4 года. И если ты собираешься занимать деньги, нужно, чтобы это был займ, у которого не будет выплаты меньше, чем через 4 года. В идеале это нужно удвоить. Нужен максимально долгосрочный займ. Я определенно не покупал бы биткоин на кредитку, если у тебя 20% ставка, и займ закончится через 12 месяцев или 18, это плохая идея. Я бы этого не делал. И, конечно же, все трейдеры, они торгуют с плечом 10-20x на Binance и криптобиржах. Это Глупо, потому что что там происходит? Вечером в субботу есть фейковые новости или что-то такое, что-то пугает. Рынок он ликвидируется, обрушается, и тебя ликвидируют, пока ты спишь. И ты теряешь весь свой капитал. Это просто азартные игры. Вот что я об этом думаю. Долгосрочный, стабильный. Долг. Можно резонно предполагать, что если цена капитала для тебя меньше 8%, и если твой срок это 8 лет или больше, ты, вероятно, в безопасности. Когда я обсуждал это, я обсуждал это примерно 2 года назад, у 30-летней ипотеки ставка была 2,8%. Биткоин был где-то на 40, на 45, но это не важно особо. Что важно, это то, что ты можешь взять долгосрочный займ под низкую ставку. И на самом деле, контекст, в котором я это обсуждал, был... Я говорил о правильной стратегии для компании в Аргентине. И это то, когда песо торговалось на 180 песо к долларах до обесценивания до 5 к 1 оттуда. В среде со слабой валютой ты просто хочешь поменять слабую валюту на доллар. Самое лучшее, если ты хочешь стать богатым, это занять деньги в обрушающейся валюте. Если ты занял деньги в песо и поменял их на доллары, ты стал богатым. Люди всегда пытались это сделать, они всегда пробовали эти каритрейды, где они пытались найти слабые валюты к сильным, но самая хорошая вещь будет занять деньги в супер слабой валюте на долгий срок и потом купить биткоин на них. Всегда риск срока тебя догоняет. И если ты посмотришь на то, что делает MicroStrategy, когда мы выпускаем семилетнюю облигацию, мы занимаем деньги на 7 лет под 1%, но без права выкупа. Никаких апелляций так что мы на самом деле не обещаем никакого обеспечения. Это пример, где... Никакой ликвидации в пятницу вечером. Да. Если ты можешь пережить 90% откат и не ликвидироваться, то с тобой все будет в порядке. Ты думаешь, 90% это предельное значение? Я не думаю, что будет так плохо. Предлагаю не испытывать судьбу. В прошлый раз у нас здесь, и еще пару раз потом ты говорил 70-80%. Я помню, ты сказал, что он может пойти на 75, и я сказал, что так не будет. И ты оказался прав, а я не прав. Но это не важно. Я структурировал свой баланс, чтобы пережить гораздо больше, чем 75%, и это стало хорошим моментом, потому что это создало возможности, так же как это создало и стресс. Но я думаю, что по мере роста класса активов и по мере роста количества участников волатильность снижается, и это просто естественная динамика. Рынок опционов снижает волатильность. По мере роста, спотовый ETF снижает волатильность, и увеличение капитала снижает волатильность, и размер снижает волатильность. Так что есть много вещей, которые снижают волатильность со временем. Сейчас у биткоина волатильность 50-55 было больше. Я думаю, что у него будет путешествие от больше чем 100 до 50, 40, 38, 35, 32, 30. И Викс, если я сейчас поделюсь экраном, Викс 17 и d Викс это VOL SNP, 17 и d это биткоин, это 54. То есть сейчас мы двигаемся в сторону ВИКСа, но я думаю, что мы туда не доберемся. Я думаю, что мы доберемся до ВИКС плюс 8 или что-то такое. ВИКС плюс что-то, потому что биткоин будет более волатилен. Потому что он глобален, открыт 24 на 7, там больше плечо, и он полезнее. А как думаешь? Вот если бы ты зашел на 8 месяцев позже, ты зашел в августе 20 скажем, февраль, допустим, ты выбрал оранжевую таблетку на 8 месяцев позже, ты зашел в феврале, 10 февраля цена была 58 тысяч, примерно на том же уровне, где сейчас, как думаешь, твоя стратегия смогла бы выстоять? Ты бы чувствовал себя нормально, справился бы с 90-80 процентами и все равно избежал бы ликвидации? Да, мы, я думаю, что Единственная вещь, которая у нас была на балансе, которая была проблемой, это был займ на 200 миллионов долларов в Сильвергейте. Когда мы взяли этот займ, мы взяли его с обеспечением в 25х. То есть это был займ в 2%, 2 или 3%. Мне кажется, вероятно, у нас было обеспечение... У нас определенно было больше, чем около 10 миллиардов долларов против 200 миллионов займа. И потом рынок обрушился на 75%. У нас все еще было слишком много обеспечения, но что мы решили, это никогда больше не использовать биткоин как обеспечение в таких обстоятельствах. Да, наверное, это хорошая идея. Ну что ж, Майкл, спасибо огромное за твое время, за твои инсайты, за весь этот разговор. С тобой, как всегда, интересно поговорить, независимо от того, совпадает наше мнение или нет. Ну, думаю, совпадает больше, чем не совпадает. Предлагаю завершить на этой приятной ноте. Да, спасибо, что позвал, было интересно. Не за что. Если есть что сказать напоследок, давай. Финальные слова. Но мне кажется, 2024 будет хорошим годом для биткоина. Мне кажется, что мы пережили сумасшедшие годы, и мне кажется, что это первый год институционального принятия. 99% денег в мире не могли купить биткоин и не рассматривали покупку. Пока в январе не появился спотовый биткоин ETF. Прошло полгода после этого, еще даже не целый год, века институционального принятия. Очень много вещей произойдут от этой точки. И каждый из этих дорожных камней упрочняет и стабилизирует класс активов. Я думаю, что испытание для людей это... Все хотят смотреть на что-то, что было в прошлом, и экстраполировать в будущее. Но мне кажется, что нужно смотреть на основные принципы. Потому что это рынок, где структура меняется. Каждые три месяца фундаментальная структура рынка Меняется. Следовательно, если ты хочешь экстраполировать из истории, нужно, чтобы структура оставалась постоянной в течение более длительного времени. Иначе это как экстраполировать 10 лет езды на велосипеде. И у нового парня мотоцикл, и он входит в гонку. Мотоцикл структурно отличается от велосипеда, так что все велосипедные данные не особо релевантны. И мне кажется, с рынком биткоина есть структура рынка между 2016 и 2020. И была другая структура, которая появилась. И бог знает, с обрушением крипта и коллапсом FTX и всех этих компаний структура очень сильно изменилась. Мы передвигаемся к третьей структуре. И когда большие банки будут одобрены, для управления биткоином будет четвертая структура. Еще одна структура. И мне кажется, нужно следить за структурами очень аккуратно. И после того, как мы пожили какое-то время со структурой, появляется возможность экстраполировать, опираясь на более простые математические принципы. Но сейчас все структурные изменения, которые я вижу, они очень бычьи, хорошие. Очень много неопределенности в будущем. Очень много неопределенности в том, что происходит, но есть одна определенность, это то, что биткоин это хорошо. Биткоин побеждает. Вот почему я пытаюсь избегать предсказывать победу или проигрыш этих других вещей, потому что они очень сложные. Но безопасная стратегия – это спозиционировать себя так, где вы можете держать биткоины как минимум 4 года. И потом, сформируются ли эти кредитные рынки или нет, можно ли будет занимать или нет все это я не знаю можно ли или нет в ближайшие четыре года так что на самом деле вы хотите держать как можно больше биткоина как можно дольше и позволить этим позитивным вещам развиться и я думаю что будет много возможностей и много тем для обсуждения но сейчас наслаждайтесь поездкой все верно. Мы определенно пригласим тебя снова через какое-то время, поговорим об интересных вещах. И да, будем расслабляться и получать удовольствие. Спасибо еще. Окей. Okay. Всего наилучшего, сейф. Спасибо. Давай, удачи, Майкл. Пока-пока.